Всем здравия! В эфире очередной выпуск дискуссионного клуба на Народном славянском радио. Здравия, наши дорогие радиослушатели! Рады вас всех приветствовать. С вами в студии находится Елена Андреева и Елена Ромская, ведущая. И с радостью хочу представить вам сегодняшних наших гостей. Это преподаватель открытой Славянской академии Ладозар. Здравия тебе, Ладозар. И известный всем сказочный герой Иван Царевич, который прискакал к нам на сером волке. Здравия тебе, Иван Царевич. Здравия. Елена прекрасная, Ладозар и добрый молодцы, красная девица. Несмотря на все катаклизмы, которые проходят в мире, и страхи, жизнь продолжается. И тема нашей программы сегодня – что такое свадьба? Поговорим о свадьбах. Так получилось, что когда в современном мире сейчас мы произносим слово «свадьба», то многие люди подразумевают белое платье пышное, лимузины, фотографы, рестораны, еда. То есть все перешло на некий такой уровень финансового мерила, у кого богаче. Но всегда ли было так? Что на самом деле такое свадьба? Ее ресурсы, ее значение, какую роль свадьба играла в жизни наших предков? Об этом мы поговорим сегодня. Ты будешь напоминать, что куда задавать вопросы? Напомним обязательно, да, что ждем прямого вашего участия и принимаем вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Это сайт radioslavradio.org и канал YouTube. youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. И, конечно же, мы надеемся на участие зрителей в студии клуба «Мир бел свет», где и проводится наш эфир. Ну что ж, тогда приступим к нашей сегодняшней теме. Свадьба, брак, союз – вот такие разные слова. И есть такая крылатая фраза, думаю, наверное, она всем знакома, с произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир», когда разговаривала Наташа с матерью, и мама ей сказала о том, что браки совершаются на небесах. Вот, я думаю, что мы эту тему тоже сегодня обсудим, почему именно на небесах совершаются браки. И для начала, может быть, мы рассмотрим вообще понятие, что такое свадьба, да, и, может быть, даже и буквица нам в этом поможет. Вот я, например, посмотрела с точки зрения буквицы, да, слово распадается на несколько, как бы, таких вот частей, да, «сва» – это, мы знаем, «небеса», да. Дальше мы можем посмотреть «ди» – это, то есть это что-то содеянное, это добрые деяния какие-то, да? А «ба» – это, в общем-то, уже божественный дар какой-то, да? Это соприкосновение уже с чем-то таким, ну, превосходящим, да, радостным. И получается, что, в общем-то, свадьба – это некое такое действие, которое происходит на земле, но благословляется небесами. Но я думаю, что наши сегодняшние гости лучше, наверное, об этом расскажут. Скажут, да. Вот, и будь добр, пожалуйста, Ладозар, свое мнение выскажи, пожалуйста, начнем. Что такое свадьба? Ну, уже буквицу привлекли, скажем так, да. Помощники. Метод очень хороший. Единственное, что хотелось, это людям пожелать, чтобы независимо там, от состояния душевного в вашей жизни всегда был лад. Да? Потому что любое событие, оно в любом случае должно нести добро. Поэтому мы будем рассматривать именно свадьбу как некое такое событие, которое несет вот некую пользу и добро людям. Опять-таки, обращается к буквице, коль вы ее затронули, почему сва – это небеса? Ну, кто-то нам когда-то сказал. Если следовать четкому извлечению образу, то там есть конкретные буквы, то есть коды. Слово сотворяша, веда, ас. Угу. То есть что такое слово сотворяша, веда, ас? Веда – единство. Это слово мудрого начала. Где находится первое слово мудрого начала? Ну, где-то на небесах. То есть здравомыслие же просто отвечает, логику включаете, да? Получается, что это слово мудрого истока. То есть пошедшее откуда-то добро, как вы извлекли, идет как руну соединений. То есть получается это слово, которое что соединяет боги ас, божественное начало. По сути дела, это и есть то слово, которое объединяет мудростью два божественных начала. Но если вы будете справа налево считывать,
то там будут у вас составляющие части этого множения. Здесь просто как бы и ответ заложен, зачем нужна свадьба, да? Там и сварга, там и свага, там, например. Вот это ба, если справа в начало считываете, ну, какас как единица, боги как множение, это, собственно, программа зачем? Множение рода. То есть смысл свадьбы, если после тебя никого не осталось, да? Вот, поэтому род – это событие в жизни рода. Для рода это огромное, скажем так, событие в плане множения рода и в процессе объединения женского и мужского начала представителей какого-то рода происходит соединение родов, то есть сроднение, сородичами они становятся. Вот это большое событие, которое отражается как с небес на землю, так и, образно говоря, с земли на небеса. Поэтому все, что мы здесь творим, оно в любом случае будет последствия иметь наверху. Ну, вот об этом. Угу. Поэтому очень важны какие-то события, предшествующие свадьбе. Ну, а мы об этом поговорим сегодня, да? Там. Ну, смотри, Ладозар, ведь сейчас очень многие как могут торжество проводить. То есть обязательно ЗАГС считается, что раз свадьба, значит, посещение ЗАГСа. Некоторые могут даже вообще просто собраться, пойти, но все равно через ЗАГС пройти. Ну, вот об этом-то речь идет. Мы же будем еще обращаться к такому образу, как семейный союз, да? Да. Что такое? Ведь слушатели, которые нас смотрят, у них же вопрос, наверное, практический. Это здорово, собрались все такие умные, а мне-то какая польза? Здесь важно услышать тогда обратную связь от вас, да? А что вам интересно? Как правило, люди, которые смотрят, они стоят на той стадии, скажем, на этом этапе, когда они еще партнера-то не нашли. Вот, если нас сейчас смотрят те люди, которые уже нашли партнера, и их интересует конкретно, что такое свадьба, да, там, в сравнении, тогда да. Тогда мы можем понять, что такое брак, да, когда сделал что-то там, брак у тебя вышел, забраковал сапоги. Вот, эти есть вещи, которые люди выносят, но мы должны тогда опираться, собственно, а как это было у предков и как это есть сейчас. Вот, ситуация не изменилась, все равно это событие, даже если мы обратимся, ну, скажем так, инструментом, мы должны каким-то пользоваться. В современном мире что такое свадьба сейчас, да, это обряд, который посвящен, как бы, событию для продолжения рода. У каждого народа он носит свои определенные оттенки, да, там какие-то наработки, памятки, какие-то традиции, ритуалы. Вот. Но как бы то ни было, в любом случае мужское и женское начало создаются, они живут вместе, не страдают, не отбывают наказания всю жизнь. Да? Вот они радуются, плодами их счастья являются дети, плодотворение. Но и они, достойно проживая свою жизнь, воспитывая потомков, продолжают род. А затем уже сталкиваются с тем, что как глава рода принимает выбор о свадьбе своих чад. То есть это событие, где ты как бы и участник, и организатор этих вещей. И очень важно тогда распределить, друзья, кто чем занимается. Потому что в свадьбе, помимо того, что есть влюбленные, есть еще понятие, как мама, папа, родичи, главы родов. Вот они как раз принимают решение по организации свадьбы. Потому что сейчас, к сожалению, никто не располагает там средствами общины, да, там и род. Люди стараются сами как-то выйти из ситуации, там берут кредиты. Вообще события в жизни рода, то есть это же праздник жизни рода, это их решение. Род сбрасывался, ну вот у тебя представитель, молодой человек и девица, что будем делать? Глава рода. Ну они же жить должны быть где-то, да? Давайте два рода сбрасываемся, строим им дом, обеспечиваем хозяйством. Какие кредиты? То есть этого нет. И, как правило, если сейчас посмотреть на молодежь, опять-таки, ну, папа, мама, мы женимся, куда идем? О, папа, мама, так, нормально, сейчас по бюджету, да. То есть и мама, папа делают свадьбу. Если люди более-менее взрослые, они как-то подкопили. Вот как-то об этом мы говорим. А брак, ну, брак сейчас это что? Дошел до ЗАГСа, записал, я, собственно, с такого-то согласен. Или такого-то. Согласна, согласна. Да, и не всегда в современных семьях есть дети. Ну, союз, не союз, а брак создается именно потому, что двое хотят официально быть вместе. Ну так а зачем тогда расписываться? Ну если вы все равно как-то, образно говоря, попользовались друг другом, и толку от вас нет. О целях брака, ну, это же, в общем-то, конечно, отдельный разговор. Я думаю, что на Иван Царевич. Вот Иван Царевич, да. По этому вопросу еще. Да. Немножко расскажу о себе, потому что свадьбы я изучаю давно и глубоко. Сам я лично провел около 100 свадеб, как ведущий, но на свадьбах был практически во всех ролях, кроме роли отца
жениха. Во всех ролях перебывал. Основная моя роль была ведущей. Провел около 100 обычных свадеб и несколько ведических славянских свадеб. На природе, как положено. Причем мы настолько красиво влились в природу-матушку, что во время свадебного обряда над молодоженами пролетало 2 аиста. Вот, и когда мы проводили свадебный обряд, прилетело 2 белых лебедя, диких, настоящих. Природа прислала, а не то, что там купили. И они на озеро прилетели и возле нас плавали. И когда мы молодоженам посадили райский сад на родовом поместье, то пошел дождик сразу после посадки деревьев. И потом на небе было 2 радуги. Представляете? То есть вот настоящая небес, живая, да? Ведическая свадьба – это когда вот идет взаимодействие с природой, и сразу очи видно, да, вот это, что происходит. И, значит, готовясь к свадьбам, я всегда очень внимательно беседовал с молодоженами. Несколько раз встречался, чтобы сделать свадьбу интереснее, красиво развернуть все обряды, с родителями. Смотрел на отношения молодоженов друг к другу, на отношения детей и родителей, делал выводы. И так как это было у меня 100 раз, то уже накоплен достаточно большой опыт, чтобы проанализировать. Ведь мы же имеем такую ситуацию, что большинство у нас семей распадаются на сегодня. И вот задача, зло-то у нас основное какое? Невежество. Непонимание жизни. И вот надо посмотреть, что происходит, понять и сделать так, чтобы все стало надежно. Ну, почему все разваливается, это все тоже божественная игра. Потому что, заметьте, мы вышли из эпохи лисы, которая закончилась в 12-м году. Это эпоха хитрости, обмана и подлости. И как раз вся родовая структура, ведь свадьба – это не событие двух людей. Это событие двух родов. Сливается 2 рода, а не 2 человека, как сейчас считают поверхностно, да? И вот в эпоху лисы все было так сложно, особенно Советский Союз, что были развалены рода. Род как отношения правильные между собой мужа и жены, родителей и детей, внуков, бабушек и дедушек. Правильно? Род – это же долговременная тема. И вот Советский Союз, он же так придумал. Так, вас на БАМ, вас на Северный полюс, вас туда, вас сюда, разорвали детей и родителей. Вот эти все связи. И мы практически вот после эпохи лисы мы пришли, что у нас есть обломки родов. И более того, обломки мужчин. Само понятие, как мужественность, сейчас тоже деградировало. Правильно? Мы имеем обломки женщин. Да, вот в том понимании, как славянская культура имела, что такое женщина с косой, в длинном платье. Да? Мужчина с бородой, яростный. То есть, заметьте, в русских народных сказках, былинах, мужчина он какой? Буйная голова, резвые ноги, понимаете? А сейчас нам, вы должны быть джентльменами. Да какие джентльмены? Вражеское слово. Вот, поэтому и мы должны, не обвиняя никого, понять, что была эпоха лисы, все развалилось. И мы же сейчас живем в таком состоянии, что по-старому мы не хотим, как в эпоху лисы, вот эти все браки, вот это все ненадежно. А по-новому мы еще не можем. Правильно? Но хотим. А правила игры вообще должны поменяться? Вот если брать, допустим, более длительный период, ведь же закончился еще не только период эпохи лисы, но и период 26 тысяч лет. Да. Вот. И вот то, сутки что было, Сварога, да, сутки, то, что было ночь Сварога, да, какие-то правила. Сейчас наступило утро Сварога. Вот правила, они должны поменяться? И... Да, и... они уже очевидно меняются. Эпоха волка наступила, это эпоха правды, честности и волшебства. Сейчас волшебным образом все перестраивается. Потому что сейчас, опять же, я много ездил по всей Руси, матушке, уже до Урала и Алтая, и Крыма, и Украины, и Беларуси. Вот так вот несколько раз на Сером Волке все обкрутил. И я видел много семей новых эпохи Волка, которые живут в родовых поместьях, которые рожают детей дома, у которых дети никогда не видели американских мультиков, понимаете? То есть вот эпоха Волка, и засевается новые... Ну, новый, хорошо забытый опять образ семьи, да, правильной семьи, крепкой семьи. Человеческое, правильные свадебные обряды проводят на поместьях, дети рождаются, правильное питание с детства, правильное воспитание, но
Семян таких, конечно, мало, но они прорастают. Вот сменилась эпоха, и появился вот этот правильный тип семьи. А можно и сказать, оно понемножку что... будет разрастаться. Это вот, знаете, как растение посадили, раз, два листика, оп, четыре, и оно так чик-чик. Скоро вырастет дерево, лет через 200. То есть не одно поколение должно пройти. Я смотрю, ты так вздохнул, у тебя явно есть что добавить. Да, я просто про то, что люди, мы так много говорим, конечно, это все здорово, а что делаем сами? То есть, чтобы растения прорастали, их нужно поливать, освобождать от сорнячков и так далее. Там. То есть, трудиться надо. Мы про что сейчас говорим? Должны трудиться с тем, что имеем. Это все замечательно, эпоха волка, мы все это поддерживаем, но мы имеем сейчас очень много разбитых семей, сердец и судеб. И польза, которую должны сейчас, да, именно ведущие люди дать, это предложить, как решить эту проблему. Вот Иван Царевич записал очень хороший обряд ведический даже, кстати, могу рекомендовать. Да, не был ни разу, но видно, что человек светлый умеет это делать. Хотите на природе, связывайтесь с Иваном Царевичем, попробуйте это. Вот те свадьбы, которые и мне доводилось доводить, вот люди иногда даже не выбирают площадку, собираются где-нибудь на теплоходе, в замкнутом пространстве, напиваются, не могут сбежать с него. И ты думаешь, как спасти всех этих людей. Вот думайте, пространство – это очень важно. Мы сейчас говорим именно про свадьбу как пространство. Понятно, создание семьи, там, налаживание отношений, я думаю, что это другая немножко тема – выбор пары. То есть, когда и женщина правильно определяет себе спутника по жизни, не когда ты ищешь мужа, а когда ты смотришь и говоришь, вот этот мужчина, я вижу, что будет отцом моих детей, да, а ты выбираешь себе мать своих детей, это другое, не жену и мужа. Вот с этой точки зрения. А если касаемо свадьбы, то да, здесь нужно поговорить тогда уже о празднике двух родов, о том, что нужно будет все-таки познакомиться с родителем и не принимать решения сами, получить отеческое благословение, ведь что приезжает, там, молодожены познакомились, есть такой процесс, как помолвка, пропустили, да, то есть это же как это, предъявлен, и вот эти вещи, знакомство с родом, то есть род принимает решение, не молодожен, а род, у них, как говорится, больше опыта, вот это очень важно, кто спрашивал родителей. Ну, как правило, папа нужен кредит и все. То это девица, я же тебе скажу, или мать там смотрит, слушай, как не любит она тебя, разойдетесь через год. Это не пророчество, это мудрость рода. Вот надо прислушиваться. Да, нужно прислушиваться. Кто своих родителей прислушивался, честно. А может быть сейчас эпоха, когда проходят кармические браки, поэтому вот так вот все кругом разваливается. Надо просто быстро пожениться и быстро разойтись. Да. То есть отработать что-то еще, то, что вы кармические браки, это глупость. Да? Давайте перестанем кормить карму. Да. В русском языке слова карма нету, чтобы вы понимали. Карма. У нас есть доля, недоля, судьба и рок. Такие понятия. Карна. Да. Богиня карма. Да, но она не карма. Карма. Она отличается от понятий индийских. А вот это камень, если крутить вокруг камня, это будет карнавал. Ну вот я полностью согласен с этой темой, что ты поднял как раз, что благословение родителей важно, потому что по древним нашим ведам благословение родителей для счастливой семейной жизни гораздо важнее, чем даже сам свадебный обряд. Если нету благословения родителей, какую бы крутую свадьбу не сделали, ничего не будет. Потому что кажется, что вот сидит человек, да, вот тело сидит, человек, он сам принимает решение, но это только кажется. Потому что вот это тело по славянской традиции кому принадлежит? Кому? Кому? Ну вот кому, душа. Вот тело вот это сидит вот в красивой одежде, а оно кому душа, принадлежит? Дух. Это инструмент. Земле. А, ну земная, да. Земное тело, да. Земная оболочка. Вот это тело принадлежит роду. Мне вот это тело дали родители, отец и мать, правильно? А это не мое тело. Вот я, например, написал красивую книгу, это моя книга. Сделал что-то хорошее, это мое, вот что я сделал сам. А это тело я сам не делал, мне его подарили родители, так? И вот подходя к свадьбе, вот это надо понять, что... Правильно выбрать и жену или мужа можно только с помощью родителей. Вот. Потому что родители больше живут на земле, у них уже даже новые чакры открываются. Да? С годами же больше открывается центров. Я скажу так, ни один человек в мире, особенно женщина, не может себе никогда выбрать правильного супруга самостоятельно. Обязательно надо помощь старших. Даже если, например, родители умерли, то надо совет
дедушки, там, бабушки, дяди, духовного наставника. Как ты себе... Но при выборе супруга, как ты супруги... себе представляешь это вообще в современном, мире? Ну так, да, послушайте, если мы говорим о том, что надо сделать надежную семью надолго, навсегда, то это обязательно. А если вас устраивает современная семья, туда-сюда, там, пару разводов, то можно и не спрашивать разрешения родителей, их мнения. Ты говоришь, конечно, с тобой согласиться, естественно, нужно. Но бывает же так, что родители выбирают с ужином того, кто не мил дочери, сердцу. Такое же тоже было. Я же не говорю, что родители выбирают. Выбирают вместе. Поэтому был такой обряд, где как раз собирались родители и дети, два рода. Да? Они друг на друга смотрят, нравится, не нравится. Потому что на самом деле... Еще раз говорю, мы сейчас живем очень поверхностно. Нам кажется, что вот это отдельный человек сидит, мужчина. Это вот отдельный человек, женщина. Но это кажется. Мы с вами представители могучей реки рода. И на самом деле вот два рода, они или сольются, или не сольются. И вот благословение родителей – это то, как раз, что помогает слиться родам. Идет сила рода, и тогда только рождаются здоровые дети. И вообще их возможно зачать, только если сила рода идет. Бывает же очень часто так. Вот я на примере на своем скажу, да. Благословила там, и с этой стороны благословили, и с этой стороны благословили. Но не получается у них жизни, и дети не приходят в эту пару. Это получается, род небесный не дал благословения. Ну, знаете, родители... Можно получить и благословение рода небесного, и родителей, но из-за своей определенной лени развалить семью. Ведь это же, это знаете, как вам дается возможность создать семью. Вас благословили и небеса красивым обрядом, и родители. Но это не стопроцентная гарантия, что вы станете хорошей парой. Вы еще сами должны себя благословить. Угу. Правильно? Да, а у нас как происходит? Там ходят к дочери женихи, там одного друга видят, другого, и говорят, слушай, ну вот этот вот вроде бы вот хороший, посмотри, присмотрись к нему. Нет, он мне не нравится, он не модный. Или еще что-нибудь, там он плохо одет, вот этого хочу. Но этот вот тебе не слушают просто. Идут ну, по своей стезе. Смотрите, я скажу так. Сейчас, в связи со стыком эпох, мы видим два вида очень разных людей. Первые выбрали путь деградации. Это вот современные люди, которые вот мы говорим, а и они такие, ну, не, им это не важно. И пусть они женятся по 10 раз и разводятся. Это их игра и жизни. Что делают с жизнью своей, что хотят. Мы вообще эту программу создаем для тех, кто хочет такой раз... внимательно вообще, глубоко посмотреть на свой род, на славянские традиции. И делать все надежно, качественно, понимаете? Люди, которые выбирают духовный рост. Таких людей сейчас очень мало, но мы эту программу делаем именно для них. А вот тем, кого вы хотите сейчас, кто не хочет развиваться, то они пусть в интернете там много всего есть. Смотрят. Что ты скажешь, Лазар? Ну, у меня есть мнение на этот счет. Во-первых, начнем с несколько позиций. Со слова благословление. Вот, как люди видят этот обряд? Благословление. То есть слово благости. Ну, чтобы закрыть эту тематику, вообще благословление, это не просто пап пойдет, нормально все, зачет. Благословление – это передача. Вот если мужчина, ну, допустим, у меня в семье дочь, я ее передаю другому мужу, я, собственно, это NLP-программирование передаю право управления этому мужчине. То есть я благословляю. И, образно говоря, из поля мужского отца дева переходит в поле мужского мужа. Она не стоит перед мужем, не рядом с мужем, она за мужа, то есть за это поле. Соответственно, и мужчина дает слово и ответственность перед родом отца. Ну, то есть девица этой, заботиться о ней, оберегать. Вот об этом. Это и есть благословление. Когда ты не получил благословение, ты вроде как украл. Ну, понравился. Да, да. Баб взял, поспаривался, бросил. То есть, понимаете, мы получаем эти вещи. То есть нет вот этого передачи. А она, бедолага, бегает одна потом. Что делать? Еще детишки на руках остались, да? То есть вот про эти вещи надо говорить. Про то, что мы в идеале прописываем, и сейчас в эпоху все будут раскрыты, все здорово. Мы работаем с теми людьми, которые уже, к сожалению, обожглись своей жизнью. Или, возможно, желают чадам своим лучшего. Вот чтобы от каких-то ошибок пренебречь, что такое выбор там? Не родители в основном выбирают, а родители проводят определенные события перед этим. Мы были в родах свахи. Опять-таки свадьба и сваха, если... Средоточие начал – это и есть ха? Вы понимаете, о чем? Что такое средоточие асу?
подборка. Этот к этому подходит. Поэтому предварительная работа в родах свах, она уже тоже отсутствует. Откуда берутся свахи? Это вот, образно говоря, одна из подразделений, скажем так, в касте жизнь далекущих. Там же и волхвы, и скоморохи есть, и свахи. Это все сюда. Да. И сваха в каждом роду, она занималась этим. Тоже этого нет. Эта работа не проводится. И выбор делается и на основании гормональной какой-то химии. В основном сейчас. Вот правильно Елена потянула, они меня не слушают. Ну а кто занимался своим чадом? Если чадо выросло, и авторитет у него именно тот, кто дает ему пользу в жизни, тот отвечает на вопросы, если это интернет или какой-нибудь блогер модный, а не ты. Он с чего там тебя слушать будет? Да, я даже просто вспомнила, как я, допустим, выходила замуж, да, как у меня это было в молодости. Вот так вот и было. Ну, это, в общем-то, ну, это практически была эпоха 90% лисы. Эпоха было, лисы, да. Просто была такая божественная игра. Всем надо было получить такой болезненный опыт брачных отношений. Родишься заново, все будет. Да. Мы вообще говорим о том, что восстановление правильных свадеб и отношений возможно уже у наших детей и внуков. То есть мы уже все обожглись, мы уже все насовершали кучу ошибок, но наступила эпоха волка. Пошла на мудрость народная. Очень много книг по фольклору издано по свадьбам. Я их всех читаю. То есть я прочитал много книг по фольклору, по свадебным традициям. Получил огромный опыт проведения свадеб живых. И сейчас это вот все соединяется, и уже наши дети смогут правильно жениться. Вот. А какие в первую очередь традиции вот можно сейчас уже привнести вот, в современные свадьбы? Вот это вот мы взяли за эту традицию. Вот это надо с нее и начинать. Что благословение родителей очень важно. То есть надо понимание молодоженов, что сливается не два человека, а два рода. Два рода. Поэтому были такие обряды и смотрины, и поруки, и так далее. И дальше помнить, что в этом мире постоянно вот стержень держит, это кто? Мужчина. Вот смотрите, мужчина – это кость, женщина – это мышца, мягкая, да, вокруг. Куда кость, туда и мышцы должны идти. И крепкие договора заключаются только между мужчинами. То есть мужчина и женщина крепкий договор заключить не могут. Угу. Поэтому здесь правильную вот тему подняли, что отец передает свою дочь мужу. Да. То есть договаривается, понимаете, мужчины. Женщина – это все изменчиво, непостоянно. У нее от фазы луны настроение меняется. Она то любит, то не любит, то ты ей нравишься, то не нравишься. То ты сегодня козел, то завтра самый любимый мужчина. То есть принц. С таким договариваться ну, невозможно. А вот когда уже мужчины конкретные сошлись, отец... дочери, да, вот, и передаст свою дочку жениху. И он взял ответственность. Да, и вот уже смотри, береги мою дочь, а не по рукам бах, то уже жених знает, что сверху висит вот такая штука всегда, всю жизнь. Вот. И дочка тоже знает, что ее передали надежно, а если что, жених даже может к отцу невесты прийти и сказать, дорогой отец, ваша дочка бузит. Можете приструнить, да? Да, понимаете? Куда это он передает? Вы уже мужчине. Да, и понимаете, это надежно получается тогда. А если что, да, недовольный муж возвращает отцу. Да, так заметьте. Вот смотрите, свадебные традиции надежных свадеб какие? Если, например, по какой-то причине невеста, ой, жена решает уйти из дома, она возвращает все подарки мужу, она возвращает детей мужу, это его дети. И только с приданным уходит к отцу. Если вот такое будет у нас в начале свадьбы, и каждая тогда женщина будет беречь свою семью в 100 раз больше. А по современным законам, когда женщина забирает детей, когда она забирает квартиру, кучу денег, и, конечно, у нее очень мало мотивации сохранять семью. А вот по славянской традиции все было сделано так, что женщину со всех сторон была мотивация вот хранить семью. Каких ей не были, были проблемы, штормы, там фазы луны. То есть, понимаете, вот все было так устроено, что женщине было выгодно, и не то что выгодно, а и жизненно необходимо хранить семью. И проходить бури невзгоды вместе. Чтобы, не дай бог, отцу не вернули. Там просто да? обряд такой в рамках, да? Да. Вот, да, вопросы, пошли вопросы. А, отдел феминисток. Вот Ольга Ярая, нет, как раз вот реплику такую в чат прислала. Принимаются решения до встречи с родителями. Это сейчас имеется в виду в современном мире. Родители не всегда рядом бывают. Вот как говорил Ладозар, что ты говоришь, в разных городах живут, да. И семью скрепляют оба, муж и жена. А родня часто помогает, наоборот, развестись.
редко встречаются многие семьи. Вот, да, вот, но... говорит, нашел себе там какую-то змеюку подколодную, а твоя-то, а твоя-то! Давайте по минуту так просто вот, да. Да, накипело, смотрите, угу. Что происходит. Ведь, как правило, мы возвращаемся к проблему. Мы говорим о свадьбе как общий идеал, да, но вот если у тебя автомобиль, он уже сломан, а ты решил поехать в горы, он у тебя по дороге сломается. То есть надо угу. сначала провести техосмотр. Если у вас, образно говоря, техосмотр в роду, ну, отношения плохие с отцом и матерью, так как вы свою семью создадите? Да, да, вот эта тема важна. Скажем так, шлейф тянется. Угу. Соответственно, когда будут дети, они же как растут? Дети растут на примере взаимоотношений папы и мамы. Они смотрят, как относится мама с папой. Угу. Они смотрят, что такие родичи. А если у вас с родителями не налажен контакт, как вы приедете к бабушке с дедушкой, правда? То есть уже неполноценное воспитание. Как предки будут эти бабушка и дедушка передавать сказки, читать? Там, вот этой связи уже нет. Mm-hmm. Поэтому это очень важно. Свадьбы свадьбами, конечно, хороводы – это Гавайи. Но нужно сначала вот эту историю отремонтировать со своим родом. Да. Вот это важно. Вот интересный вопрос. Сейчас в наше время очень распространено, что жена старше бывает мужа на много лет. Или муж, наоборот, старше, там, лет на 20, на 30. Вот Алена задает вопрос. Здравия всем. Жена старше мужа на 17 лет имеют родительское благословение. Как вы считаете, это допустимый брак? Благодарю. Иван. Нет, конечно. Дело в том, что муж должен быть старше жены всегда. Особенно в наше время, потому что семья строится, когда муж – это глава рода, уважаемый человек. Женщина не может уважать мужчину, который младше ее, mm-hmm. даже и сознательно, и подсознательно, и это будет семья какая? Подкаблучник и, понимаешь, как матрона такая. Как сыну или ну, как брату будет относиться. Конечно, это неустойчивая модель, потому что мужчина… Он должен быть авторитетом, стержнем семьи, а жена – помощницей окружающей. А разве молодой мужчина не может быть авторитетом? Сейчас ведь… Ну, у него сейчас опыта другая, еще нет. Сейчас другая молодежь. Дело в том, что биологически устроено так, что мужское тело, оно дольше сохраняет крепость. Женщины ценятся в определенном возрасте для создания семьи. Поэтому… Может быть, у них по духу ну, как-то здесь, они близки. Здесь же не сказано, вы поймите, что это все вот эти современные извращенческие темы. Ну, родительское благословение имеется, все собирается. А насколько старше? На 17 лет. Фактически как в наше время все, как говорится, модели экспериментируются. Давайте, есть народная культура. И кто идет против нее, тот занимается экспериментами на свой страх и риск. Ну, угу. Возможно же такие. Вот так мы и говорим. Да? Экспериментируйте. Ради душа Бога. Приобретает определенный опыт. А приобретайте опыт. С этой стороны, да. Друзья, давайте таким да. образом. Мы будем обсуждать не с точки зрения, как советуем жизнь, а как это было. Почему, допустим, да. в семьях славянских мужчина старше девицы, да? И насколько да. он должен быть старше? Вот есть какие-то ну, здесь сейчас как бы, желания? Комментарии в ответ. Пока ставим старше. Вот. Угу. Дело в том, что это еще связано с биофизикой. Угу. Да. Определенные, скажем так, органы в башке у человека отрастают к определенным годам. Поэтому мужчина до определенного периода – это юноша. Да. Он молодой, самец. Да. И все. Как правило, такая ярая история, она должна служить на пользу рода. Его, как правило, на заставу, его учат домострою, быть мужчиной. И затем уже сформировавшийся мужчина, который взять ответственность за свой род, за свою семью. Он уже думает о продолжении рода и берет себе девицу. Молодую, красивую, чтобы рожала, чтобы по дому. Которую он может укротить. И это гармоничный союз. Угу. Он для нее отец, опять-таки, женщина же делает выбор на основании отца, у нее пример какой, да? И она подсознательно ищет мужчину, мужа, похожего на отца. А вот как же были ранние браки, когда выходили там 12, 13 лет, 15 лет? Ведь же был это такой же, период, когда были такие же, браки, когда... Да, оно же все осталось, допустим, в восточных семьях, там mm-hmm. могут там 14 лет свадьбу сыграть. Ну, нормально, таки бизнес поделить, это же все. Нет, это именно вот в наших это деревнях такое тоже Но было. В ведической культуре, когда все-таки расцвет был, такого не было. Mm-hmm. Это уже, как говорится, деградация. Слушайте, ну деградация... Должны быть зрелые люди. Ну, а если получилось так, что половинки, да,
одна душа считалась там, тогда пришла в этот мир, другая тогда, и встретились они. И они понимают, что они друг другу очень близкие и родные, но вот разница в возрасте, вот это просто кармически им нужно этот момент. Ну вот смотрите, у человека есть тело, душа, дух и совесть, четыре части. И должно сочетаться как раз на всех уровнях. А на телесном уровне, когда женщина старше, чем мужчина, они сочетаться не могут никак. Почему? Случаи-то имеются, что сочетаются очень бывают хорошо. Бывают счастливые семьи, но это исключение из правил. Да, я выиграл Олимпиаду по биологии Республики Беларусь в свое время. Я вам как биолог говорю это все. Изучайте вообще биологию. Давай к следующему вопросу. Или ты что-то хотел еще добавить? Нет, все. Я желаю любви, не разводитесь, там благословение есть. Все хорошо, чтобы. Совет да любовь, как говорится, да? Вот, подходим постепенно к браку. Вопрос от Олега Малышева. Скажите по поводу брака. Что за бракосочетание? Как может быть брак хорошим делом? А люди ходят вокруг и не понимают, или им просто все равно. Кстати, вот еще дополню. Недавно в интернете прочитала, когда готовилась к свадьбе, что до введения христианства на Руси, оказывается, не было вообще никаких обрядов. Да, я тоже, кстати, об этом читала. Вот что... об этом расскажите. Вот про брак, как спрашивает человек, и как у наших... Воровали невест, типа того. Вокруг березы просто поводили, и считается, что вот все сверху... Вокруг ракитового куста. Вот читайте сказки, там вокруг ракитового куста три раза. У тебя невесту воруют в обрядах? Нет. Это демонический обряд воровства невесты. Безусловно, он попал в Советском Союзе в обряды. И я увидел лично, и сам испытал, и много раз видел, что это приводит к очень плохим последствиям. То есть мы только говорили об благословении, представляешь, да. У тебя дочь, да. У меня дочь какой-то, да. Прибежал, сворвал мою дочь без моего Конечно. Спроса. А вот пишут иногда вот в этих этнографических исследованиях, либо в летописях, допустим, там Нестор какой-то пишет, что были вот такие вот обряды, когда воровали невесту, но это было как бы по предварительной договоренности, что вот они молодые уже договорились, и вот такой обряд совершается. Вы поймите, насколько это реально было и насколько это соответствовало действительности? В жизни каждого человека есть три самых главных события. Первое – это рождение. Ну, сам человек родился. Второе – свадьба. Третье – это рождение детей. И третье – это и четвертое – смерть. Вот это четыре самых важных праздника в жизни. Еще непонятно даже, какой самый радостный. Так вот, смотрите, на свадьбу, вот свадьба, она от одного дня длится до недели. Программируется вся жизнь молодоженов, понимаете? Вот это я много раз видел, потому что я наблюдаю, видите? У меня большой опыт, и я наблюдаю, и это психология доказывает, и все. То есть все, что мы обыгрываем на свадьбе, и с молодоженами, и с родственниками, и как оно все пойдет, это получается мини-жизнь молодоженов совместная. Поэтому на свадьбе должны происходить такие вот обряды переплетения, сплетения, изобилия, плодородия, обряды, что у молодоженов родились дети, внуки. Ну, обыграть все это в красивой форме. И так у них и развернется и жизнь. Поэтому на свадьбе должны происходить самые созидательные, добрые, красивые обряды со смыслом. И обряд – это древнерусское слово «обряд». Оба а рядом, они были всегда. А что происходит, бывших современных свадеб? Что сейчас происходит? Это культ массового отравления, примите про это. Ну, про брак спрашиваю, да, вопрос-то про брак. Про брак давайте ответим. Ну, может быть, вот про само слово брак несколько пояснений. Что такое, да, в общем-то, это не такое уже плохое слово. Там можно все, буквица, она же может повернуться как и пушистой, и волшебной, так и вонючей, и гадкой. Тут человек, как говорится, как извлечет, так он знает, да, разумеет. Мы должны с чем сейчас трудиться? Вот, скажем так, с образом. Образ какой? Мужчина и женщина в современных условиях договариваются и регистрируют свой союз гражданский по действующему законодательству в определенное время и месяц. Все. Что это нужно? То есть это регистрация подотчетных особей на территории определенной, в общем, союза для того, чтобы вести учет. Все. Если людям этого не надо, скажем так, какой им брак, да, живут они вместе,
в ладу с родом, там, благословила, да? Это же что? Это решается взаимодействие по современным историям. Ну, там, банковские какие-то обязательства, все-все-все. Но ведь вот, это раньше важно. В каких-то книгах записывались вот эти это союзы? Были родовые книги. То есть родовые книги, да. Там же все равно запись велась да, какая-то, да. Поэтому, наверное... Либо союзе, либо в человек что имел в виду? Что брак – это какое-то уже некачественное. У нас же есть сейчас образ... что брак – это какое-то испорченная да. деталь, то есть испорченные отношения, некачественные отношения. Вот это имейте в виду. Ну вот. Да. Если мы берем именно этот образ, тогда и отношения. Так люди с этим отношением и заключают брак лишь для галочки. Но так дело в том, что заключение, вот сам штамп в паспорте, это же в некоторых аспектах современного мира очень важно. Да, да, то есть это правила игры в современном мире. Если вы хотите жить по этим правилам, взаимодействовать с другими, кто живет по этим правилам, вы обязаны ими пользоваться. Если вы отвергаете эти правила, живите по-своему, ну, постройте поселение, выкиньте конституцию и живите вот по родовым счастьям в сердце, да? То есть мы про это говорим. Да. Это правило по этой территории. Но к этому нужно стремиться. Нужно стремиться к объединению, к общинности, к своим правилам. Но вы можете либо пока это не выкинешь. Ну, конечно, конечно. Постепенный переход должен быть. Да, свидетельство там о рождении, понимаете, там паспорта, все это. Вы можете конфликтовать с этим миром. А можете делать все, как говорится, на природе, все как нужно, как полагается. Ну, как говорится, а вам что надо? А, вот это, ну, вот есть у меня это, знаете. Да, что вам? Я вам вот это надо. Ну, вот вам зарегистрировано, вот вам номер. Да? Понимаете, это же не влияет на отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому здесь тоже нужно будет перешагнуть. Но называют они это браком. Вы-то как сердце считаете? Нужно вам для взаимодействия, образно говоря, с социальными службами в этом государстве? Ну, сходите, поставьте штамп, узаконьте это все дело, там, регистрация там, недвижимости. Можно же поставить штамп и провести хороший ведический обряд. Можно так? Нельзя. А вот, Иван Зарьевич, у меня как раз вопрос к тебе. Вот ты, когда проводил ведические свадьбы, вы их как-то регистрировали в каких-то книгах родовых? Или вот каким, в общем-то, способом оформлялось это действие? Ну, свадьба – это небесное деяние богов. То есть богов и земных, и небесных. Поэтому свадьбы благословляются небесами. Слово «брак» появилось впервые в христианстве, и потом перешло в Советский Союз. Если посмотреть христианский брачный обряд, то там молодоженам желается жить как семейная пара, которая родила впервые в 90 лет. И их там молодоженов сопоставляют с другими библейскими парами, которые с точки зрения нас... вот, ну, 90 лет рожать как бы не очень. Поэтому это действительно некачественное отношение. И опять же я говорю, что день заключения семейного союза программируется вся жизнь. Если в этот день озвучиваются какие-то 90-летние пары, впервые родившие, и это в вашем биополе, как говорится, то это, ну, сами понимаете, к чему это приводит. Поэтому задача какая? Мы... дети природы, заметьте, вот каждого из нас родили родители, так? И свадьба – это чисто должен быть родовой обряд, связанный с согласием двух родов, молодоженов, родственников. И опять же, когда мужчины бьют друг друга по рукам, друг другу в глаза смотрят, и эти мужчины обещают друг другу, отец передает дочку и так далее. И тогда это, конечно, становится надежно. Надежно. То есть перед Богом и людьми получается. Перед Богом и живыми людьми, которыми мы в глаза смотрим. А когда в ЗАГСе какая-то вот там, как правило, такая тетенька вот с таким лицом. И свадебный марш. Я еще когда славянскую культуру не изучал, я в эти ж ходил тоже по ЗАГСам с молодоженами этими. 100 раз там был. И я все время как-то вот чувствовал, ну что-то вот не то там. Ну прямо душа моя там плакала. А сейчас, когда изучил, это чисто черно-магический это обряд. Часто в ЗАГСах умирает любовь, понимаете? Вот именно как любовь, как эта сила божественная, которая приходит к юношам и девицам, в ЗАГСе она просто вот так вот с ней происходит. Да? Конечно. Там это все связано с черной магией и с очень глубокими темами. И заметьте, вообще семейный союз, он связан с тем, что вот отец передает дочку, так, жениху. И, конечно же, говорит, что вот крепкая семья, жена должна быть тебе верна, правильно? Заботиться о тебе, любить.
А если вы почитаете семейный кодекс, на основании которого брачные вот эти все заключаются, там даже не написано, что жена должна быть верна мужу. Там не написано самое главное. Там только написано, как правильно развестись, чтобы оттяпать у мужчины половину имущества. То есть в семейном кодексе нету главного, а верности жене и мужу друг другу. О чем можно говорить? Это Филькина грамота. То есть она уже как бы не затрагивает вообще самое важное. Вообще, зачем люди заключают семейный союз? Конечно, чтобы они были верны друг другу, чтобы они вместе шли по жизни, были правильно? Единым целым. А если это в договоре даже таких слов где-то, о чем можно говорить? Поэтому, смотрите, сейчас поменяли очень важное понятие. Вот женщина говорит мужчине: ты женишься на мне? А подразумевает: ты бракосочетаешься на мне? Понимаете, вот темные силы действуют за счет подмен понятий. Потому что жениться и бракосочетаться – это противоположные вещи. Свадьба и брак – это противоположные вещи. Понимаете? То есть бракосочетаться и жениться – это совершенно разные вещи. У меня целая статья в интернете есть, можете почитать, я там по полочкам все раскладываю, что свадьба и брак – это противоположные образы. Жениться надо, бракосочетаться – никогда. И еще смотрите, даже по современным этим законам, если надо поменять фамилию, фамилия должна быть все-таки одна, это можно просто в паспортный стол прийти и поменять. А именно, свадьба – это как договор между живыми людьми, которые друг другу в глаза смотрят. Понимаете? Мы сейчас просто подытожим. Да, реплику. Да. А, ты хотел подытожить? Я просто подытожу, да. То есть то, что говорит Иван Царевич, оно относится к понятию свадьба. Человека интересовало брак. Нужно ли, образно говоря, механически и как это по законам этого мира, здесь, на этой территории, регистрировать свои отношения в ЗАГСе? Ну, потому что еще есть такое понятие, что иначе люди живут во грехе. То, что относится к свадьбе, и вот это не путаем, вот бракосочетание, да, вот если у вас нет свадьбы, его просто заменили его бракосочетанием, это вред. Когда вы провели свадьбу со всеми обрядами, ну и образно там вот пошли за хлебом, ну параллельно зашли, там зарегистрировали, оно вообще к вам отношения не имеет. Если это вам надобно для каких-то вещей, и это несет пользу, ну, скажем, взаимодействие с государством, да. Если вам не нужно это, вы нигде это не покажете, ну, зачем оно вам нужно? Вот про это речь идет. Дело в том, что у нас просто не делаются свадьбы, а все заменили бракосочетаниями. Да. Вот этого нет. А договоренность между мужчиной и женщиной, да плевать, хоть контракт составь, хоть трицы фамилии, хоть цепи на нее повесь, если у нее внутри и здесь нет согласия с тобой, ее не удержишь. Вот. Опять же, мы говорим, что договоренность между мужчиной и женщиной всегда ненадежная. Заметьте, это доказывает, вот посмотрите вокруг. Договоренность надежна только между мужчинами. Потому что у них от фазы Луны не зависит мнение. Мужчина, вот он сказал, хороший жених для моей дочки, и он у него завтра такое же мнение, будет послезавтра. А за это время у всех женщин, у матерей, у этих невест 10 раз. Кто-то хороший, кто-то нехороший. Иван Царевич, это тема для отдельной программы. Мы сделаем на эту тему. Там уже вопросов не решало. У нас на эту тему, как раз подтвердила Моника репликой своей, что старые представления невозможно применить сейчас дословно. Раньше люди развивались в течение жизни, а сейчас скорее деградируют. Потому советы многих родителей могут довести до цугундера. Что она имела в виду? Что такое цугундер? Я не знаю. Прочитала дословно. Вот. А далее вопрос идет. Александр Айзенберг пишет: как во времена славянско-ведической эпохи люди искали и находили друг друга, чтобы создать традиционную семью? Вот предыстория, как раз мы подошли к предыстории. Да, да, да. Любовь – это божественная игра. И поэтому все разворачивается волшебным образом. Заметьте, мы же не можем сказать: так, следующий четверг надо влюбиться, план построить. Невозможно, понимаете? И поэтому в жизни вот так сделано, чтобы было интересно жить, что есть четкие события, ты вот знаешь, идешь в школу, учишься, первый класс, второй, все четко. Но есть и спонтанные события, ты раз влюбился, раз еще что-то произошло. Да, посмотрел в глаза друг другу и влюбился. Да, и поэтому жизнь, она и прекрасна, что есть и то, и другое. Ну, были, наверное, какие-то игры, хороводы, вечерки, где знакомились и могли найти друг друга. В том-то и дело, что семья создается
на обряде согласия. И поэтому у нас даже в русском языке есть буквы гласные и согласные, угу. мужские и женские. И вот для того, чтобы проверить, насколько молодожены согласованы между собой, они, безусловно, минимум в течение года, а лучше чуть больше, они должны что? Станцеваться, спеться. Угу. И у меня как раз на свадебном обряде, в полном варианте, у меня есть, значит, 21 свадебное испытание. Вот если молодожены проходят его, вот по-честному, тогда свадьба будет настоящая и навсегда. Потому что там как раз 21 способ проверки синхронизации, резонанса, еще унисона. Почему? Заметьте, все по буквице у нас идет как? Йопарасатэ, мантра, которую мой отец любил повторять. Я вот наконец-таки вырос и понял, что к чему. ПР. П – это 20-я буква, Р – 21-я, С – 22-я буква, свадьба, и Т – 23-я. И заметьте, ПР – это ПР, это что? Предложение С – согласно, С – свадьба. И Т – толковая, твердая, надежная, талантливая, понимаете? Толк будет. То есть 21 качество должно быть выработано у жениха, у невесты, и вот они должны синхронизироваться. И он делает предложение, она соглашается, и тогда все будет твердо, буквица 23 твердо. То есть в буквице вся структура описана. У нас получается как? Должно быть 7 мужских испытаний, 7 женских отдельно вот, и 7 совместных. То есть в мужчине проверяется мужественность по 7 уровням, в женщине проверяется женственность по 7 уровням, и потом 7 совместных испытаний на синхронизацию. Получается 21 очко. Вопрос, и 22 подарок свадьба. Кто-нибудь прошел это? А если не проходит? Ну, я когда провожу свадебные обряды, я эти обряды использую частично. Потому что, чтобы полностью провести свадебный обряд на века, то надо минимум гулять 3 дня, а лучше 7. Современные люди с трудом это позволят, причем в присутствии родственников, потому что многие обряды связаны с тем, что два рода переплетаются, там специально есть хороводы, когда одни родственники с другими переплетаются, и все, понимаете, понимаются вот эти связи на всех уровнях. Но родственники тоже, наверное, должны быть в состоянии понимать, что происходит. Конечно. Не только молодые и родители, но и все родственники. Поэтому я всегда, перед тем, как проводить свадьбу, готовы. Я встречался с родственниками, общался с ними, разговаривал, объяснял, что происходит. А раньше были у нас обряды перед свадьбой, смотрины, поруки и многие другие. То есть перед тем, как совершалась свадьба, два рода вот так делали, они встречались, друг на друга смотрели и говорили: так, что-то мне не нравится ваши рожи. Или наоборот, вы такие хорошие люди. И именно от этого решалось, сойдутся два рода или нет. Коллега, можете еще раз вопрос повторить, чтобы мы ответ дали четкий. А, по поводу свадьбы, да? Там человек интересовало какими-то... Да, как во времена славянско-ведической эпохи люди искали и находили друг друга, чтобы создать традиционную семью. Да, вот что после вопроса, я буквально пару минуточек. Давайте вернемся на Землю и предположим такую ситуацию. Вот есть биологическое тело, да, есть центр управления биологическим телом, есть гормональная система, химия, все это прекрасно. Есть пси-тело, то есть чувство, центр управления сердца, и есть кси-тело, мозг. Что означает любить? Любить через кси, то есть любить духовное тело. То есть когда вы, ну мы будем рассматривать конкретно меня, допустим, и какую-то деву. То есть любить кси – это любить ее мысли. Соответственно, ей должны нравиться мои мысли. Любить пси – это чувствовать, то есть должны нравиться чувства. И любить физика – это природа, то есть должна нравиться биология. А если что-то выпадает, ну если он такой весь мудрый, ну весь вонючий инвалид, понимаете, то есть как-то... Да, на тактильном уровне тогда уже либо не будет она, соединения. Она вся такая добрая, душевная, ну вот как колобок, вот не потянет, да? Вот об этом надо. Поэтому девицы следили за своей фигурой, девицы следили за своими чувствами, и девицы следили за своими мыслями. У нас же есть, Елена, прекрасная и премудрая. То есть соединение всех этих трех начал, здоровая физика. Если ты следуешь по ведической традиции, да, то есть, ну, не жрешь какую-нибудь гадость, вот, нормально все для ты здоровая, функциональная, репродуктивная особь, скажем так. Ну, мужчины тоже, наверное, конечно. Юноши тоже следили за собой. Да, он тоже же не на водочке сидит, да, то есть за здоровьем смотрит, там 16 детей угугают, я тебе попробуй, да. То есть все нормально со здоровьем, то есть по биологии люди подходили, не было уродов.
по психологии, то есть что такое по чувствам, то же самое. Любить чувства — это тебе нравится с человеком, да, вот, вот эта душевная тяга. Если тебе, ну, некомфортно, ну, по биологии вроде нормально, там, 2-3-4 раза, 8, а вот, то есть, понимаете, нет связки. То есть должно быть это пси-любовь. А кси-любовь — это значит, что когда и физического нету. Но уехал он сейчас на ледоколе в Антарктиде, но ты его любишь. То есть вот эта духовная связка. И он там тоже на ближайшую повариху не залезет у себя на ледоколе, потому что он с тобой связан. И вот эти все вещи нужно возвращать. Поэтому нужно задать человеку вопросы: люблю тебя, люблю чего? Люблю твои мысли, чувства и тело. Надо понять, потому что сейчас все завязано на физику. Люди пользуются друг другом. Да. А никто не... Да, вот и надо добавить. Действительно, вот это очень правильно. И на поговорку у нас сохранилась: соображать надо на троих. Сейчас ее примитивно понимают, а в глубоком смысле на троих, чтобы нравилось тело, душа, дух. Само слово «любовь», заметьте, «любовь», люди богов ведают. То есть опять три части, соображать на троих. И действительно, заметьте, друг друга, как правило, всегда искали именно на праздники. Когда собирается много людей, водятся хороводы, прославляется жизнь во всей ее полноте. Вот Елена откуда появилось имя, знаете? От имени Вселенная, прекрасная Вселенная. Вселенная — это все Елены. Да, это тоже древнерусское имя. Две из них здесь сидят. Так я и говорю, вот мы в прекрасной, премудрой Вселенной. Так вот, смотрите, на празднике что происходит? Во-первых, человек там показывает свое тело, то есть в танце, в хороводе, как он двигается грациозно, как он дружит с руками, с ногами, понимаете, это же важно. И мужчина показывает, и женщина. Второе, заметьте, на празднике раскрывается душа. Душа человеческая, оказывается, она может сворачиваться, ну вот когда, знаете, грусть, уныние, что-то такое, а может распускаться. И на празднике так хорошо, что, как правило, люди душой вот так расцветают, и мужчины, и женщины, и вот, понимаете, и на празднике открывается духовный уровень. Потому что, когда мы водим хороводы на земле, наши леги-хранители, кого сейчас называют ангелы-хранители, они водят хороводы на небесах, и часто это видно из облаков, из всяких знамений. Радуга должна быть обязательно на славянском празднике. То есть эта радуга, она связывает наш мир с мирами славы и праве. Да, и вот, вот лучше всего искать именно на празднике, потому что видно тело, душа и дух. То есть происходит, да, вот это у человека раз, раскрывается максимальные его части. И вот когда взаимодействие идет, мы сразу видим, ага, насколько нравится тело, душа и дух. Все на танцы к Ивану Царевичу. Ощущать и надо. И на все танцы по всей Руси. Слава Богу, не только я провожу. У тебя там только молодые или есть еще в возрасте? Ближайший праздник — Масленица. Приходите. 21 марта в Москве, 22 в Сочи. Где конкретно в Москве? Ищите по волшебному зеркальцу. По волшебному зеркальцу. Знаете сейчас? Вот Александр репликой подтверждает слова, да, что, по-моему, свадьба — деяние и ответственность тех, кто хочет жить вместе. А вот у Владимира Арбузова такой вопрос. Семья – это благословение небес. Так я мыслю. Вопрос. У меня умерла жена. Ранее мама, отец. Семья для меня все. Но боги не исцелили ее. Рак, то есть супругу его, насколько я понимаю. Это карна? Я проклят? Спрашивает Владимир. Отвечайте. Ну, сейчас мы живем на стыке двух эпох — лисы и волка, и проходит у нас, у каждого в жизни, много противоречивых событий, и приятных, и неприятных, и самых благостных, и самых ужасных. Поэтому надо отнестись и к себе, и к другим людям с добротой и пониманием. Но здесь можно лучше, знаете, вот вопрос: человек, когда теряет близкого человека, с кем там связь установлена, это в любом случае боль. Как правило, в первую очередь, сразу не физическое, там, элементарное, а психическое. То есть идет пробив пси. Это очень серьезно отражается на сердце. Идет сжатие, там огромная дыра, ее ничего не заклеит. Вот как раз про что мы говорим. Если человек уходит в другой мир, то есть светлый мир, или просто расстались там, ну, образно говоря, муж с женой, развелись, и он там переживает. Вот. Суть какая? Вот эта боль, она пока держится, эта связь, в человеке, да, он ее воспринимает как некое наказание. А когда ты отпускаешь ее, то есть человек же что сделал? Да. Он ушел из этого мира, но извините меня, если я из этого мира ушел, из этой комнаты, я же ушел в другую комнату. То есть я с этого света ушел на тот, значит, в мире она родилась. И отношение к смерти у нас было как переход из одного измерения в другое. Да, смена мерности. Да, и человека не держали здесь.
Вот да. Это страдание. Сопли, поэтому на славянских... Плачи. Да, вот это крода, совершаешь кроду, да, и ты всегда чтишь человека. Обратите внимание, мы даже отмечаем День Победы. То есть, вот и улыбаемся при этом. 7528 да. лет назад был День Победы. Кто о нем помнит? Предки помнили буквально 7200 лет. 300 лет назад всего его убили. День Победы для всего рода. Летоисчисление везде в книгах так и написано. Но мы помним День Победы 75 лет назад. А 7500 лет назад День Победы все уже забыли. Вот про это мы говорим. Поэтому нужно помнить человеке о свете. Это не считается наказанием. Просто да. человек ушел в другой мир. Нужно это понимать. Ведь боль она в чем? Я не могу пользоваться этим человеком. Боль она с этим связана. Вот он был, он мне приносил благо. Я вот пользовался, мне было хорошо. А теперь этой ляльки нет. И человек переживает больше от себя, как эгоист. Вот об этом надо думать. А когда ты желаешь, он пошел на новый уровень, я буду полезен ему на этом пути, и со светлой душой иду дальше, и творю благо в мир, вы живите здесь и сейчас, не надо ставить на себе крест. Каждый вдох... Чувство вы, благодарности, наверное. Да, поблагодарить ее и жить дальше. Ну, возможно, и, наверное, есть еще какой-то человек, который должен прийти в его жизнь и сделать счастливым, которую он может сделать. Сейчас такая божественная игра, что почти все люди должны между собой много раз перетусоваться. И в этом не надо никого обвинять. Ну, просто мы родились в такую эпоху. Мы даже и не хотим много раз вот так перетусовываться, но сама жизнь нас толкает, понимаете? Потому что мы родились в эпоху лисы, лжи и обмана. Мы не то, что других обманываем, мы сами себя обманули много раз, понимаете? И сейчас мы из этого обмана выходим, и надо снисходительно в том числе к себе относиться. Да, я совершил много ошибок, да, я себя потрепал, других потрепал. Но просто если мы идем к здравомыслию, к хорошей семье, мы вот эти темы и обсуждаем, изучаем, и растворяем свое невежество, приходим к вежеству. Да, вот Игорь спрашивает, как мужчине понять, что девушка именно его с точки зрения энергетики, как вот почувствовать, вот как вот почувствовать? Пощупать вот надо. Смотрите, если... Берете вольтметр. Да, да, подключаете, чик. Надо обязательно посоветоваться со старшим мужчиной. Вот запишите. И это или отец, если отца нету, то какой-то духовный учитель или опытный старший мужчина, который много лет с семьей живет. Подойти к нему и спросить, как ты видишь эту женщину? Потому что уже в возрасте люди и мужчины, и женщины, дедушки и бабушки, они видят все гораздо глубже. И они видят, да, вот подходит эта женщина тебе или нет, подходит это мужчина или нет. Вот мнение старших – это очень важно. И многие вот эти малолетки в 20-30 лет, которые женятся, они слишком большого мнения о себе, что я себя могу выбрать. Не можешь ты выбрать. Правильно. Всегда надо советоваться со старшими. Я просто про что говорю. Мы совсем уже убираем роль сущности как ответственную, да, на какой-то второй план. Кто-то за меня делает. В родах такого не было. Ты делаешь выбор сам. Другой вопрос. Ты его согласовываешь на основании ведания, знаний, которые тебе род передал. Поэтому как выбрать женщину? Там все. Если, образно говоря, ты провел определенную работу с собой, твоя частота излучения мозга, спинного, головного соответствует, ты не найдешь другую бабу, образно говоря, себе. Тебе потянется именно та, для которой ты интересен. Понимаете? Вот выбор-то не в том, что ты выбираешь себе женщину. Мужчина создает поле, в котором женщине хочется быть. Она в него приходит. Если ему некомфортно девица в этом поле, она никогда тебе не будет тебе интересна, она не будет тебе что-то делать. И не удержишь, там придет какой-нибудь самец, она с ним уйдет. Понимаешь? Вот это важно. Поэтому, чтобы собрать энергетику, образно говоря, женщину, ты должен сначала над своей энергетикой потрудиться. Если ты интересный мужчина, у тебя, как говорится, есть определенные диалоги. Ведь женщина что делает? Она делает выбор, она выбирает мужчину. То есть, да, что он говорит, да. Я выбираю твою идеологию. Какая твоя идеология? Я вижу, что мы будем жить вот так, я мыслю вот так, вот такие дети, вот так я буду работать, это я не пью, не ем. То есть она видит, собирает информацию, говорит, я согласна. Ну, женщина тоже должна, наверное, все-таки на всех же уровнях, и на телесном, и на душевном, и на пси, и на кси, там. То есть она конечно. Тоже должна почувствовать это. А мужчина делает выбор, он же выбирает. Обратите внимание, мужчина выбирает продолжение рода. У нас семья, в слове семья есть слово «ен» – мыслить. Понимаете, там есть слово «ять» – мыслить и «ен». То есть это слово «семя». То, что на английском называется «family». Не фамилия, а «family». «Family» – это семья. Поэтому имя рода, имя семьи, оно передается от мужчины к мужчину. Вот что Иван Царевича, имя рода – это у отца.
ему от его отца, что у меня от его отца. Моего отца Иван Иванович звали. Ну да, то есть, понимаешь, мы уже все равно не меняем фамилию, скажем так, имя рода. Да. И когда девицу мы берем себе в роды, ну а что, почему женщина меняет фамилию? Потому что она входит в поле мужа, мужчины. Все, вот об этом надо говорить. И здесь вопрос не там, как найти там женщину в своей энергетике, а вот уже понимать, а что тебе надо, какая тебе нужна женщина, ты ее формируешь, этот образ, излучаешь, и она у тебя в жизнь приходит. Вот как-то так. Да, конечно, мы выбираем сами, но я просто говорю о том, что надо обязательно посоветоваться перед последним. Да, вот. Свадьбой со старшими родственниками, ну, а или мудрыми людьми. Люди, все равно есть тот, кто старше их. Понятно. Ну вот понимаете, мы вот на земле живем, мы с вами боги и богини земные, а есть боги и богини небесные. И жизнь состоит в том, что младшие должны всегда советоваться со старшими. То есть понимаете, ты встречаешь человека, спутника жизни, да, да, если у тебя, допустим, уже родителей нет живых, да, ты просто обращаешься, да, род мой небесный. Не, к живому человеку надо прийти, кто старше. Бабушки, дедушки какие-то. Конечно. Ну, или всегда кто-то же есть... из родней. Да. Кто-то из всегда родней. Же есть кто-то постарше вокруг нас. Хорошо. Вот Марина Третьяк, Третьяк спрашивает: здравствуйте, а если у невесты нет отца? Воспитывала и растила только мама. Такие ситуации тоже бывают в жизни. Тогда все-таки женщина, мать, заключает вот этот договор, да, и благословляет. Вот таких семей я так поняла, большинство, так, если не практически все. То да, это все порождение Союза Советского. Да, ну, не знаю, не Союза, неправильно, выбора. Эпохи лисы. Не отремонтировали отношения, неважно. Как это случилось? Ну, погиб. В общем, ситуация такая. Мама и дочка. То есть, что такое воспитание? Воспитание и выращивание. Это же разные вещи. Поэтому мужчина как бы воспитает, а женщина она выращивает. Она как шило может. Да, там при температуре 40, у нее все будут сыты, довольны, и потом пойдет. Вот, зато с папой очень весело, очень хорошо, с ним интересно, но дома будет бардак. Вот это как раз и есть этот союз. Чего не хватает, как быть? Ну, выбрала ты. В любом случае, есть какое-то представление о мужском начале. Обратите внимание, вот все девчонки, если честно, признаются. Вопрос весны. До 16 лет, до того, как не познали мужчину. Ведь вы уже любили, у вас есть образ мужчины, каким он должен быть. Вот это и есть родовая память. Обратите внимание, вы все любили, читали книжки, вы его видели, вы это чувствовали. А затем на протяжении жизни старались найти какое-то вот подобие в жизни. Вот есть он такой, да нет этого рыцаря педалок. Ну, буду жить с тем, что попалось. Вот, поэтому возвращаясь к этому, что такое мать? Ну да, она как род. Опять-таки, у вас есть, у мамы есть папа. Если нет у мамы папы, да, все равно какой-то представитель мужского рода от мамы, он должен быть. Если совсем уже такая ситуация, вообще вдвоем бедолаги с Титаника выжили, ну тогда все. Пиши, пропало, что ли? Нет, мама берет ответственность. Опять-таки, это же дочь рода. Не забывайте, что любое чадо – это дочь рода. А при создании любого чада участвуют два родителя. Но остался один. Все равно он берет ответственность на себя. Просто главенствующая роль у мужчины. Это не значит, что без мужчин ничего нельзя. Женщина включается в выживание. Вот, она все сможет, она и лампочку прикрутит, и кому надо, порог по башке даст. То есть у нее эта память зашита. Вопрос в другом, ее ли это? То же самое, как у мужчины, стирать там или вот, вот об этом. Мужчина-повара еще есть, да? Ну, конечно, лучший повар мужчина. Лучший повар мужчина. Ну, во-первых, надо что сказать, желательно в такой семье искать еще просто помощь дяди. Ну, у нее же может быть дядя или какой-то родственник. Да. А во-первых, а во-вторых, мужчине, который берет такую женщину, у которой не было отца, надо подготовиться к очень экстремальным отношениям. Они его ждут в 100% случаев. Потому что девочка, женщина, которая выросла без отца, у нее в голове там очень много хаоса. Чтобы его структурировать в семейную жизнь, то мужчина, который берет ее, он должен готов быть к очень экстремальным событиям и к большой духовном труде, который он должен проделать над ней, чтобы ее привести в порядок. Потому что, ну... Ну, тут должен быть человек, я просто, чтобы диалог да. был. Вот Иван Царевич правильно вещи говорит, и я стараюсь это объяснить. А вы должны сами быть открыты. То есть открыты изменениям. Дело в том, что тот опыт, который девушка получает, когда она растет при полноценных отношениях, полноценных, да, она ведь растет, ну, любой.
на примере взаимоотношений папы и мамы. Если они гавкаются, бьют посуду, у нее такая жизнь будет тоже. Она же, о, так это так вот надо. Если мама прожила без папы, и для нее все мужики сволочи и козлы. Да, это вообще экстремальненько. Сволочи и козлы. Да. Потому что мама сказала, ей не важно, кого ты приведешь, ее все не устроят. Mm-hmm. Они все потом пересказывают другими, понимаете? То есть, если эти программы родовые передались от мамы, да, наследство, и сейчас вы вот прикоснулись к мудрости, как это было у предков, мы же к тому же говорим, да? А вот у предков оно было вот так. Ну, а представьте, лихолетие наступило, напали там на поселение, порезали все мужиков, остались бабы, вели в полон. Понимаете, mm-hmm. ну, какое-то время прошло там, ну, то есть, ситуации же были, как-то же род жил, ну, что она теперь без бабы выросла, да, бракованная баба, что ли? Нет, то есть род возвращал, род возвращал. Трудитесь, смотрите, как. Все решается просто в 10 раз труднее. Да. А ну, если то есть надо огромный духовный быть. Труд провести. Мне кажется, да. Такие люди, сознание которые воплощаются, да. они специально себе, знаете, вот легких путей не ищут. Ну, может быть, конечно. Может, это высокие души тебе выбирают такую судьбу, потому что есть у нас понимание, что дети выбирают родителей. И я даже лично это проверил, не только по ведам, а я когда езжу по фестивалям, по родовым поместьям, я общаюсь с маленькими детьми. Причем попадаются очень чистые дети, у которых родители сыроеды, дети сыроеды. Они живут на земле, и у таких детей открытая память. Я спрашиваю, откуда они прилетели, зачем там. Они мне про звезды, про космос рассказывают, про все. Но суть в том, что несколько случаев было, я вам только один расскажу. Я говорю у одной девочки, она в поместье выросла, говорю, а ты своих родителей видела перед тем, как родиться? Она говорит, да. Я говорю, ну и начинаю спрашивать про отца. Она говорит, вот я, когда, где ты была? На солнышке. Отца видела? Да. А что ты видела отца? Когда я была на солнышке, я видела своего папу, и он встречался с другой женщиной. Она мне не понравилась. Ну, душа ребенка. И говорит, я сделала так, что они расстались. А потом я увидела маму, она мне понравилась, и я сделал так, что они сошлись, понимаете? Вот это вот амурчики нам, купидончики показывают. Оказывается, вот дети определяют, кто кого влюбится. Понимаете, система какая? Поэтому сколько поговорок осталось, чтобы прочно был союз, срочно нужен карапуз. Это современная поговорка, но таких же народных целая куча. А было такое, что дети хотят, чтобы родители женились, понимаете, будущее. Вот они нас подталкивают. А было такое, что соединялась пара, до свадьбы рождался ребенок, и тогда только делали свадьбу. Вот. До свадьбы? Да. Не-не-не. То есть, если... Нет, ну вот я читала в интернете, что были дети. Такие как бы пробные. Не-не, свадьба, потом дети, но есть уменьшенные варианты свадьбы. Дерево рода, знаете, какое? Ива. И вот кажется, что значит ива? А ива, оказывается, ива – это дерево рода. И Иван – самый распространенный герой, ива наша. Так вот, в сказках и в былинах есть такой свадебный обряд, когда жених с невестой проходят три раза вокруг ивового куста. В сказках он называется еще ракитовый куст. Ракитовый куст, ракита – это иву так называют, один из видов. Один из видов ивы еще называется верба, золотая верба, вот которая весной сейчас цветет, вербахлёст праздник, и такими золотыми шарами. Это тоже один из видов ивы. И вот по часовой стрелке три раза обойти вокруг ракитового куста, это уже свадебный обряд, ну, самый упрощенный, вокруг дерева рода пройтись. И вот первые колыбельки, которые были у нас для младенцев, они плелись из ивы. Раньше была ивовая мебель, ивовая посуда. То есть ива оплетала жизнь человека вот с самого рождения. И оказывается, что вы еще... Да. Мы переходим постепенно именно к детям, потому что вопросы у слушателей тоже такие есть. Вот единственное, что я хотела бы уточнить, что вот я, допустим, выросла с папой, у меня папа остался один. Это значит что? Что ему было проще... мне как бы выбирать, да, пару? Конечно, так... проще. Дело в том, что по славянской традиции дети должны всегда оставаться с отцом. Только отец вкладывает духовно-нравственный стержень в детей. И эти дети, они по жизни потом более четко идут, живут и ведут себя более правильно. Когда дети растут с одинокой матерью, всегда вырастают бесхребетники. В 100% случаев. То есть это вырастают люди, которым потом очень долго, лет до 40, надо приходить в себя. Вообще понимать, что такое духовная ценность, что к чему и так далее.
Поэтому Советский Союз, и вот это порождение эпохи Лисы под рыжим флагом, это как раз было государство, которое серпом и молотом нам, серпом по яйцам прошлось, молотом по голове. Ну, видите, мы по политике пройтись, коллега, мы тут про свадьбы. Ну, я просто ратую за то, что, понимаете, Советский Союз разрушил родовую структуру. И сейчас те вещи, которые в родовой культуре кажутся очевидны, так, мы многим кажется... Темы. Советский Союз и дал очень много хорошего, несмотря на все. Мы отклоняемся от темы. Мы про детей заговорили. Вот давайте продолжим. Так вот, советский тему. Детей устроил нам страну ворованных детей, вы поймите. Вы родились в Советском Союзе. Вот, я родился, да. Геннадий Романенко спрашивает, вот как наши предки в древности проводили свадьбу, суть первой ночи, как правильно зачинать богов, быть добру. Я Геннадию немного отвечу от себя. Я не сказала это в начале нашей беседы, планировала сказать позже, в завершение, что такое свадьба, это только первая, одна из программ. Будет и продолжение наших дискуссий, где мы подробно рассмотрим сам обряд свадьбы. Угу. Поэтому я думаю, что мы это раскроем позже. Но мы сейчас хотите, говорим о подготовке к свадьбе. Лучше мы пока о подготовке поговорим. Да, можете немного коснуться. Я хотел просто добавить предыдущему вопросу. И вот были ли дети? Там вопрос был какой? Дети, там маленький обряд, ивовый, это все замечательно. Вопрос в следующем. Спаривание до заключения союза, либо после. На Руси никогда не было после дискотеки, просто говоря, секса. Все было по заветам предков. Помолвка – определенный период, благословение предков, свадебный обряд, а потом уже… Да, размеренность. Зачатие. То есть, понимаете, если вот это все выкинуть и перейти как бы, к финальной части, то тогда придется остальное наверстывать. И не факт, что это все совпадет. Да, в том-то и дело, вот все, что ты описал, оно приводило к тому, что молодые люди постоянно через вот это множество обрядов искали согласия, резонанса, унисона. И к моменту зачатия детей они уже вибрировали реально на одной волне, и дети получались качественные. А сейчас, когда нету, вот этого долгой подготовки и согласования энергии мужских и женских с друг другом, станцеваться, спеться, то дети получаются лишь бы как. У них и потенциал слабенький. Вот я даже скажу, мой прадед был сильнее моего деда, мой дед был сильнее отца, мой отец был сильнее меня. Это я в моей семье вижу. Но я и в других семьях вижу вот эту деградацию. И все из-за того, что вот эту вот последовательность, которую ты описал, убрали. Потому что чем длиннее подготовка к свадьбе, вот эти все поруки, помолвки там и так далее, и зачатие детей после свадебного обряда, тем качественнее и здоровее рождаются дети. А был такой период, когда, допустим, боялись, что вдруг вот девушка не родит детей, вдруг она окажется пустоцветом, то есть или я вот женюсь на ней, рожали. Да. А дело в том, что это очевидно раньше было. Угу. По мужчине и по женщине, по внешнему виду можно оценить, пустоцвет он или нет. Вот еще раз, при здоровой генетике, при правильном питании у вас не будет никогда пустоцвета. У нас потеряли такое понятие, как женское здоровье и мужское. Когда у тебя девочка с рождения, она уже будущая мама, отношение к ней. Понимаете, когда у тебя мальчик растет, это глава рода. То есть надо заботиться о мужском здоровье. Ну понятно, когда он стал совершеннолетним, дорвался до бухла с сигаретами, то все, пиши пропало. Вот, и она налево-направо погуляла, ты загубила все, что мама с папой традиционно. Мы же не кормим их там. Хотя сейчас даже, по-моему, с рождения, когда мальчик делает. То есть, вот понимаете, а в славян этого не было. И соответственно, он биолог сидит. При правильном, четком инструкции по эксплуатации физического тела у вас не будет холостых выстрелов. Да. Все. Яйцеклетки формируются. Да, у нас есть вопросы. Поэтому давайте немножко более сжато. Светлана Касьяненко спрашивает, что вы думаете об абортах? Как это влияет на род, если это было сделано неосознанно? Может быть, это не совсем тема. Ну, это не в тему, передачи. Да. Можно это самое. Мы, наверное, постараемся эфир на эту тему как-то, да. Мы о детях. С вами девчонкам поговорим. Да, это очень, да, это тема отдельного разговора. Вот, Олег Малышев. Вопрос. Уважаемая студия, сейчас свадебные обряды проходят в католических традициях. Разъясните немного. Сейчас мы живем на стыке двух эпох, и свадебных обрядов очень много разных. У нас есть ЗАГСы, у нас есть свадьбы христианские, православные, христианские, католические. У нас есть свадьбы
свадебные, свадьбы ведические на природе, есть ведические помещения. Сейчас самое большое разнообразие свадебных обрядов за всю историю человечества. Вот. Мы приглашаем всех, кто созрел, проводить наши славянские обряды на природе, которые дают максимальную силу жизни, силу любви и силу детей в будущем. У нас вопрос из зала. Вопрос из зала. Какой со студии вопрос? «Мир бил свет». Кто-то хотел задать. Слушаем. Да, пожалуйста. Здравия всем. Меня зовут Ирина. Вот у нас родился такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком празднике, как Любомир, и как происходили, как находили пары, как, может быть, свахи помогали в этом вопросе. Ну и практические советы вот молодым людям хотелось бы еще, которые еще не смогли найти пару, и, например, понимают, что родители тоже не очень на нужной волне, чтобы им помочь в этом плане. Как им правильно действовать в таком случае? Хороший практический вопрос. Благодарим. Иван Царевич, да. Расскажите про Любомир. Любомир – это наше древнее название свадьбы, которое сейчас забыто, но мы его возрождаем. Mm-hmm. Любомир – любовь на весь мир. Mm-hmm. И вот заметьте, мы живем в такое время, перевернутое. Я его называю извращенческим, потому что что значит извращение, когда мы вышли из божественного вращения. Вот во Вселенной все вращается. Солнце, звезды, в народных танцах тоже молодец вращает девицу, потом они вдвоем вращаются. То есть мы кто? Вращенцы. Кто вращается в природной гармонии. Так вот, смотрите, в наше вот извращенческое время следят чистопородные кошечки, чистопородные собачки. Я вот живу вместе, рядом там чистопородных голубей выводят, понимаете? А людей чистопородных, если ты говоришь, к этому как-то относятся не так, не понимают. А как раз Любомир и наши древние ведические свадьбы, это было тот обряд, где выводили чистопородных людей. Что такое чистопородные? Которые идут чисто по роду, понимаете? Вы заметите, что мы все отличаемся. У кого-то белые волосы, у кого-то черные, у кого-то голубые глаза, у кого-то зеленые. И мы представители разных родов, правильно? И вот заметьте, у каждого рода есть уникальность. Мы говорим, что каждый род уникален. Вот из кого-то рождаются лучшие там ораторы, жрецы, учителя. У кого-то кто-то рождаются лучшие кузнецы, ремесленники. Понимаете, каждый род уникален. И вот Любомир, это как раз было... Тема, чтобы выводить наиболее чистопородных людей, чистопороду, и чтобы люди становились сами генетически более качественными, чтобы дети были лучше родителей, внуки лучше детей, понимаете, улучшать породу человеческую. А также заметьте, вот если мы придем в музей народной культуры, мы видим там не просто сундук, а шедевр, правильно? Сундук украшенный, железом усиленный, понимаете? Не просто женский костюм, а настоящий шедевр, не то, что вот на вас сейчас одето, правильно? Вот современная эта одежда. А как создавали шедевры раньше мужчины и женщины? Потому что были чистопородные люди, и они вот так вот передавали по наследству умение делать все качественно. Качественные вещи и качественных детей, понимаете? Поэтому раньше вообще как было, зеленоглазые люди должны создавать семьи зеленоглазые, голубоглазые с голубоглазыми. Потом заметьте, вот есть люди такие вот тоненькие, как я, да, вот структурно, есть такие коренастые, да, вот кость широкая, такие широкоплечие, и мужчины, и женщины. Поэтому вот есть женщины-уточки, есть лебедушки, есть ласточки, вот по фигуре, правильно? И вот по фигуре в том числе и отбирали молодых. Да. И тогда дети более качественные, чем когда у нас лебедь, рак и щука, как сейчас. Ой, я влюбилась. А то, что у него там другой цвет волос, глаз. Понимаете, это не любовь, это сексуальное влечение. Любовь всегда ведет только к созданию более качественных, чистопородных людей. Это любовь. Люди богов ведают, понимаете? А вот Алиса Райкова спрашивает, а если родители недалекие люди в смысле духовном и даже аморальные, то о каком благословении может идти речь? А вот это хороший интересная вопрос. Тема. У нас у многих такая тема, что вот дети стали вегетарианцами, они изучают славянскую культуру, а родители там едят мясо, курят и так далее. Важно ли их благословение? Мне кажется, благословение родителей всегда важно. Надо принять этих родителей. Правильно, да. Правильно.
какие бы ни были родители, они все равно желают качественных внуков. И только родители могут оценить, родится ли от этой пары качественные внуки или нет. Даже если эти родители пьют, курят, едят мясо и занимаются аморальными делами. Все равно они хотят качественных внуков. Потому что зов природы их к этому зовет. Голос предков. Добавлю буквально свои 5 копеек. Вот к предыдущему вопросу Ирина, которая задавала. Смотрите, что получается. Любомир – это праздник, событие в жизни рода по календару, совпадающее с осенним. После новолетия, то есть праздника урожая, когда роды собрали урожай, как правило, играется свадьба. Вот. И нетрудно даже высчитать, зная биологию, что после Любомира, как говорится, долго не откладывая, обычно влюбленные продолжают род, и, соответственно, чадо через 9 месяцев рождается. Можно даже вычислить, кто там по гороскопу будет первородный. Все. А вопрос в другом. У нас сейчас нету таких замечательных фестивалей, скажем так, площадок, где бы вы встречались с себе подобными. Вот это нужно создавать. И благое дело делает Славянское радио, потому что мы все-таки это обсуждаем, но мы хотели бы, вот и там Славянская академия, сподвигнуть людей, чтобы вы что-то делали сами. Создавать. Но праздники все-таки проходят славянские, есть куда сходить. Да, я имею в виду, что сами участвовали, то есть принимали участие. Есть праздник, вот Масленица. То есть участвуйте, приезжайте, ведь люди даже не приезжают на праздники, ни на Купалу, там, ни на Масленицу, ни на Родогучу. Понимаете, новолетие не отмечают, но славянский Новый год. Ну ладно, я там христианский там оливье съем, но кто у нас осенью отмечает-то? Есть люди, просыпаются, это очень важно. То есть много людей уже потихонечку встречается. Именно вот на таких площадках вы будете общаться с себе подобными. Именно участвуя в конкурсных испытаниях, вы будете проявлять свою мудрость и удаль. Ведь на любом празднике обязательно для молодежи делаются игрища. Это что означает? Девицы показывают себя, показывают, какие они мастерицы. Мужчины, какие они удальцы. Ведь вам же что важно, чтобы мужчина был сильным, защитник, он в первую очередь сам. Качественный. Да. То есть ему создают условия ведуны, в которых они поучаствуют. То есть мужчины продемонстрировали, женщины. Вы потом пообщались, походили. Вот Любомир, он про это. Это пространство, где люди выбирают себе подобное в общении, вот будущее. А дальше, если вы на Любомир даже познакомились на праздник, когда уже кто-то играет свадьбу, проводятся обряды, вы здесь задумываетесь, да, кто-то там с этого рода без пары, вы с ним пообщались, вы на это присматриваете. Знаете, это как превью, презентация, как это должно быть. Вы побыли со стороны, посмотрели, пообщались, может быть, познакомились. И уже на следующем этапе, скажем так, выстраиваете свои отношения. Ну, а где еще будем знакомиться? Метро? Ну, у нас есть Любомир как осенний праздник, а есть Любомир как название свадьб. Поэтому свадьбы и Любомир могут быть и весной, и осенью. Как раз вот в такие времена и делали свадьбы. Потому что летом и зимой надо другими делами заниматься. Вот Александр спрашивает, можно ли играть свадьбу в високосный год? Вот как сейчас. У меня тут все возможно. Слушайте, это календарь не славянский. Нам он по барабану. Понимаете, високосный год. У нас вообще сейчас другое летоисчисление. Все хорошо. Вот, да, ты закончить хотел. Высокосный. По версии кого, как всегда? По версии Папы Римский Григория XIII, который нам григорианский календарь подсунул. Или Apple Store, скачивайте приложение, календари там, всех народов скачайте, и вот сегодня будет какой-нибудь день. Славянский календарь, да. И рядом поставьте там православный календарь. И у вас получится, что вот такая линейка всяких разных дней и годов, и ну и свой добавьте, пожалуйста, еще тогда. Ну что ж, совсем по одному календарю тоже. Ну так, для посвящения. Угу. Поэтому высокосный год по версии определенного народа. Да, у нас есть славянский календарь, у японцев японский, у китайцев китайский. И народная мудрость говорит каждому свое. Алена дополняет свой вопрос. Насколько я поняла, это та же самая Алена, которая спрашивала про неравный брак. Угу. Человеческие традиции важнее вселенских замыслов. Кто вправе судить на земле неравные браки? Кто дал вам право утверждать, что это истина? Благодарю. Хороший вопрос. Да. Вот сразу видно. Правильно. Наказать и в печку. Вот кто дал? Это вообще смешно, конечно. С точки зрения славянской традиции. Дело в том, что сидят два бородатых мужчины, понимаете? И вот женщины, которые действительно являются женщинами, которые открыли себе силу богини Лады, Рожаны,
Лели, эти, это же женская божественная суть, они относятся к мужчинам как красиво. Да. Когда есть к мужчинам претензии, критика, то это не женщина. И отвечать ей даже не надо. Вначале обретите женственность, потом задавайте вопросы. Вот это прям... Ласковое отношение к мужчинам. Вот ласково, ну, относитесь к мужчинам, вот, женщинам. Да, потому что мы находимся на славянском радио. Я думаю, что мы открыты всем. Это же как открытая славянская академия. Люди могут по незнанию что-то. Алена как говорит, там, кто дает там вам право? Во-первых, мы выражаем свое мнение. Собратили, и ведущие об этом заявили. Это первое. Второе, вы применяете это к себе в жизни. Третье, в жизни бывают разные ситуации. Вот, это очень важно. Мы говорим с точки зрения традиции славянских родов. Да. Все. То есть, нравится оно вам или не нравится, от этого традиция не изменится. Вот оно у них так. А мне это любо, я это поддерживаю. Я, как и все современные люди, совершил кучу ошибок из-за того, что я не слушался старших бородатых мужчин. Я на личной шкуре убедился, что мужчин старших бородатых нужно слушать обязательно. Потому что вот все это имеет глубокий смысл. И каждый может лично проверить. Угу. Понимаете? Мужчины, они должны на землю спускать духовную мудрость. Поэтому заметьте, мужчины выше женщин, они ближе к солнцу, к небесам. А женщины должны земную вот ближе эту мудрость, житейскую мудрость, ближе к земле, роды, рождение, ласка, любовь. Понимаете, вот надо запустить силу любви. Почему мы живем в таком жестоком обществе? Потому что слишком много женщин взяли на себя роль критиков, судей, оценщиц. А когда женщины возьмут на себя женскую роль, это любить, ладить, ласкать, хвалить. Понимаете? А если тебе мужчина не нравится, игнорировать его. Идешь к тому, кто нравится. Роды разные. В общем, женщины должны быть женственными, мужчины... Да, да. Да, и еще, наверное, можно сказать так, что вы вправе в своей жизни делать все, что угодно, но отвечать тоже вам надо будет. Конечно. Да? Да. Моника, вот интересный вопрос тоже. Про многоженство на Руси вопрос у нее. А в Тартарии оно вообще было на государственном уровне? Видишь, понятно, какая все знает, что главное. Это последствия войны. Но как это со скрепами, с традициями и верностью друг другу сочетается? Даже не знаю сейчас, вот как ответить. Вообще многоженство, ну, можно, да? Да, пожалуйста, Тартарии. Конечно. Открываете Марко Поло, читаете, во-первых. Он пишет о путешествии в Тартарии, не в Китай, а в Катай. Так вот там очень многие традиции, включая того, что в определенных поселениях пришли там ханов, убивают. И говорят, слушай, а предки наши так поступали, жен своих всем путникам отдавали, открывали врата и уходили мужики. И путники с нашими женами забавляются. Вот такой у нас закон по роду. И ты так читаешь, думаешь, ну как-то не бьется, не хочется мне свою жену первому мужику там отдавать, да, понимаете? И мы должны столкнуться с чем? Есть традиции в определенных народах. Вот если вы уйдете к восточным народам, да, там есть один самец-плодотворитель, у него целый гарем. Вот. Это традиция этого народа. По генетике, скажем так, как это, славян, давайте не белых, вот, славян, сущность состоит из двух частей. Да, то есть мужское начало, женское начало – это единая сущность. То есть тебе не надо 25 баб для того, чтобы… То есть тебе достаточно одной. Это и есть как бы… И она то же самое, ей не нужно 25 мужиков. По идее, если ты сущность единая, у тебя все хорошо с генетикой, тебе не нужен гарем. И семейный союз, мы про это говорим, это союз родов. Ну, извини меня, у меня три жены, я что, с тремя родами должен? Зачем столько родичей? То есть, понимаете, да, это союз родов, это сородичи. То есть это клятвы, вот об этом мы говорим. Поэтому в славянской традиции свадьба – это заключение союза между женским и мужским началом до, как говорится, последнего вдоха. Все, точка. Многоженство – это уже… Это крайности. У нас, кстати, пришедшие народы внесли. Древнее, одно из названий нашей Древней Руси – это лебедия, да? А лебеди как раз они заключают крепкие семейные союзы на всю жизнь. Потом дальше, чаще всего в русских народных сказках, вот серый волк мне и Иоанну Царевичу помогает. Потом волхвы оборачивались волков. У волков, опять же, это традиция крепких семейных традиций, так? Да. Вот. А по поводу многоженства, я лично считаю, что это было раньше допустимо для особо выдающихся мужчин. Когда мужчина вот супергерой, понимаешь, совершил много подвигов, и у него мощная генетика, то есть в исключительных случаях это нормально, но не так, как сейчас хотят многие. Так, то есть друзья, для того, чтобы... Так,
Вы какой-то знаете, богатырь оставил большой потом. Я хочу тебе сказать, это очень, это вот это вот дискуссионный как раз вопрос, прям самый-самый такой. Моника прям задела. Ну, что я могу сказать Монике? У нас на этот счет вышла программа на Народном славянском радио с Алексеем Орловым именно про многоженство. Вот я бы порекомендовала Монике посмотреть эту программу. Я здесь, знаете, что хочу просто добавить. Есть еще в рамках роду традиция племени. Может быть, у славян в каком-то племени это разрешалось. Вот у нас в родах, в нашем племени это не разрешается. Все, точка. Может быть, где-то... Ну, в интернете есть такая информация, что было многоженство. Белая лебедия, во-первых. А во-вторых, заметьте, были разные исторические эпохи, и в каждой эпохе были свои правила игры. И вот мы сейчас просто с вами стоим на стыке двух эпох леса и волка. У нас еще вроде как старые традиции не завершились, но и новые только начинают расти. А новая традиция – одна жена, один муж, крепкие семьи. Вы хотите, мы просто добавим буквально минуту. Смотрите, вы воспитываете чадо. Вы создали союз, и родился мальчик, Витязь будущий. И вы своим примером говорите, то есть отношение, как он будет выбирать себе следующую супругу, скажем так, да? Он смотрит, как папа относится к женщине. Если он ее почитает как Богородицу, если уважает, заботится о ней, я тоже так должно. А то он смотрит, папа об этой заботится, об этой заботится, об этой заботится. Так, слушай, что-то я не понял, а кто моя мама? У меня же вот эта мама, а это кто такая? То есть, понимаете, человек уже растет немножечко психически надорванным. Ладно, он вырос таким. Замечательно. Здоровый Витязь, у него есть пример, что можно с этой, с этой, с этой. И тут он что, взял себе эту, а потом вот в эту влюбился, бедолага. А она чья-то другая половинка. Понимаете, он начинает переступать закон. Соответственно, он отнял чью-то половинку. Если он с родом это делает. Да, то есть мне не хватит. Моего бы забрал. У меня ни одной, у него три. Но тебе тоже не хватит, он твой забрал. Это, наверное, касается сейчас и то, что происходит. Вот что. Это нарушение. Это касается и то, что сейчас происходит в современном мире, когда любовниц заводят, да? Они тоже забирают, получается, чьих-то половинок. Ну, конечно, а ты себе, да? Ходишь, а девицы, они наоборот соглашаются. Она вроде как женой не будет, но любовница это вроде как клево. Но у тебя тогда и своей семьи нет. Ты и другого мужчину не осчастливишь. Давайте, ладно, к следующему вопросу. Лучезар Светогоров спрашивает. Здравия, мира и добра. Вопрос. Если в наше время мальчик сильнее отца, деда, прадеда, прапрадеда, что это значит? А что значит сильнее? Как он? Ну, энергетически, наверное, я понимаю, или духовно, может быть, имеет в виду духовно, более просветленный. Наверное, имеется в виду то, что сейчас рождаются необыкновенные дети, ну, под какие-то задачи, соответственно. Ну, это есть такое, да. Дети рождаются новые. Я даже приезжаю иногда на какие-то праздники, знаете, родители сидят разные, ну, разный цвет волос, глаз там такие, ну, и фигуры у всех разной толщины, а дети у всех одинаковые, и они такие блондины, беленькие, фигуры у всех одинаковые, глаза одинаковые, тип лица вообще одинаковый, и я такой, вот это интересно, понимаете, то есть вот ты, дети новой эпохи заселяются, но прям видно, как будто от одной пары все дети, такие чудеса я видел. Да, но дело в том, что вот действительно ребенок, он может быть родиться духовно выше, какой-нибудь древний волк родился. Но все равно уважение к старшим и яйца курицу не учат. То есть, даже если... Если вы себе выбрали таких родителей, то должны их почитать. Всегда. Яна Лыськова... Ты добавишь что-то хотела? Нет, нет, я согласен. Яна Лыськова спрашивает, у кого просить благословения на свадьбу? У отчима или у родного отца, с которым я не знакома, но есть возможность найти и познакомиться? Найти и познакомиться. Надо найти и познакомиться, потому что родной отец – это святой человек. И как бы его родная мама ни называла, он все равно святой. Ну, да. Там разные просто ситуации в жизни бывают. Смотрите, при создании, скажем так, моего тела участвовал конкретный представитель мужского и женского рода. То есть это не отнять. Если сложились ситуации, что вас воспитывал другой человек, ну, в добре воспитывал, сдавал. Биологически, образно говоря, духовно и энергетически вас создал другой создатель, и с ним нужно поддерживать связь. Вот это очень важно. Если она потеряна, восстановите. Если он ушел, тоже восстанавливайте. Тут, ну, люди просто на том мире. Потому что мы напоминаем, что женятся не два тела, а два рода. А отец – это представитель рода. Если ты отрицаешь отца, во-первых, ты полностью отрицаешь духовный путь роста. Потому что не любить отца – это то же самое, что духовно не расти, не любить духовность как таковую. А не любить мать – это не любить материальный уровень. Поэтому вот крутись как хочешь, а надо любить отца и мать.
И тогда ты будешь любить и небеса, и землю. И только тогда возможно жить вообще. А в душе правильно. Будет лад, правильно. Угу. Лад, такое ощущение, да. Вот, полноценности. Как бы ни поступили твои родители с тобой, что бы они ни сделали, они святые люди, их надо любить. И простить, и принять, и понять. Давай вот, следующий вопрос. Да, и Вера Сидорова, это, скорее всего, ну, наверное, женщина просит совета какого-то мужского. Что значит такая жизненная ситуация? Мужа посадили надолго. Жена его очень любит и ждет. У них осталось трое детей. Что она должна вынести с этой сложной ситуации? Это не совсем на тему эфира, но, видимо, нужен совет кому-то или подсказка какая-то. Бывает часто, да. Что вопросы не по теме. Да. Ну, на самом деле, надо вникать в ситуацию, слишком мало данных, чтобы что-то говорить. Да, ну, тут как, данные такие, биологические люди разъединены, а женщина осталась одна с детьми, воспитывает, кормилец находится в местах лишения свободы. Правильно? Да. Любовь, то есть ментальная связь сохранилась, мысленная. Это важно. То есть человек нужен. Понимаешь? Биологически нет. Обнять не можешь. Поцеловать, прижаться, тепло почувствовать. Это да. Чувство есть, то есть есть доброе и у него, и у тебя. Пройдет это 10 лет, 20 лет. Это чувство не угасит. Пока оно есть, вот это и есть любовь. А что такое? Ну, улетел он тебя куда-нибудь, чертов другой. Вот так относитесь. Человек воспитывает, общаетесь, дети растут. Вот очень важно, дети растут. Видно, как бы отец, разные бывают в жизни ситуации. Да, оступился человек, ну, неважно, мы не знаем, как это сложилось. Но сейчас вот главное, что у вас есть вот эта сцепка мысленная, другими. Нельзя менять, предавать. Вы дали клятву. От того, что человека нет рядом физически, это не повод бросать его. Это очень важно. Конечно, да, хочется. Но тогда проведите ревизию своих ценностей. Что для вас важно? Вот это важно. Ну вот Анна Ткаченко спрашивает, здравия, а если отец отказывается от общения? Нашла его через 30 лет, а он от меня отказывается. Как быть? Вот ей, возможно, благословение нужно отцовское, а он ее не хочет. А здесь, знаете, вот, можно, да, потом вот, Иванович добавит, Иван Сергеевич. Знаете, какая хорошая есть история? Вы находите своего отца не с точки зрения, пап, давай, ну все, вот любовь, мы же... Нет, скажи, пап, я провожу исследование. Ты, конечно, можешь относиться ко мне как хочешь, у тебя своя жизнь, но я собираю сведения, родовую книгу, раз в нашем роде. Расскажи мне, пожалуйста, про бабушку, про дедушку, кто мои родичи, я хочу с ними встретиться. Живи, без претензий, я тебя люблю, уважаю. В этом разговоре вы не поверите, какие чудеса будут твориться с человеком. Он начнет прорабатывать свою ситуацию, обиду, и у вас наладится связь. Просто попросите его порассказывать о своем роде. И потом сказать, вот отношения так и будут, они уже не будут другими. Когда вы бабушкин альбом достанете, дедушке он начнет вспоминать, он будет рассказывать про историю, вы увидите, как это все склеится. Вот да, такие вещи. Пишите, когда вы будете, честно, потом будете рыдать оба. Надо просто этой женщине отнестись к отцу с двойной любовью, со своей любовью и с материнской, которая мать не додала ему. Жена его бывшая, люди, да? Люди же тоже переживают по ту сторону баррикад. Да, потому что, понимаете, очень много мужчин после вот этого СССР, который я постоянно критикую, испытали огромную трагедию, что вот развелись, мать по закону СССР и РФ забрала детей, постоянно говорила, какой отец плохой, и, конечно, накрутила эту дочку по полной. Ну, а отец, не имея возможности воспитывать детей, как положено, тоже как бы вот эту связь порвалась. Поэтому здесь надо понимать, что у мужчины и у женщины есть сила. У женщины эта сила какая? Душевная. Понимаете, вот у женщины почему грудь больше? Здесь две чакры, Лада и Леля. Земная любовь и небесная. Вот если вот к этому отцу подойти со всей любовью, вот именно чисто, искренне, он всегда примет. Но надо понять, что это очень тоже травмированный душевный человек, мамой той. Поэтому вот надо исцелить его душевные раны и найти с ним контакт. И вот такой подход очень правильный, как нам Ладозар сказал, про родословную. Это очень тоже... Здорово, да. И я думаю, что на сегодня заключительный вопрос сказителям от Дмитрия Д. Вопрос сказителям. Что делать, если рано в молодости обрел семью, детей, пришел к своим родовым традициям не так давно? В семье не поддерживают мое ведическое миропонимание. Отбросить все и начать заново? Кто на этот вопрос ответит? А кто мужчина спрашивает или женщина? Мужчина спрашивает. Ну, у многих такая ситуация сложилась вот на стыке двух эпох, что родители, вот здравствуй, Советский Союз,
живут по тем традициям, так питаются, как в Советском Союзе было принято, алкоголь по праздникам и так далее. А дети уже вегетарианцы, ведическая культура. Дети выбрали таких родителей. Угу. И они должны найти в себе любовь и мудрость, чтобы с этими родителями найти общий язык. Потому что часто у нас, и я в такой ситуации был, и многие, такое появляется высокомерие. Я там вегетарианец, я там чистой жизнью живу, там алкоголь не пью. И отношение к родителям угу. высокомерное, типа я выше их. А по-моему, здесь это не только родители, недопустимо. Здесь и о своей семье он уже говорит. Да, он я поняла, виду, что это что жена его, не поддерживает. Да, а жена его не поддерживает. Да, да. Да. Человек тоже вот просит. Ну, смотрите, совет очень простой, практический. Вот mm-hmm. что с родословной книгой, то что с этой. Что значит начал раскрываться, да? Mm-hmm. Самое простое, 100% выпадающее действие, когда вы живете так, что, смотря на вас, хочется жить так же. То есть польза от тебя, что ты сыроед, да, поглощаешь сыры из сыроварного завода. То есть, ну, как тебя применять? Или ты весь такой йога, ну, по крайней мере, дать тебе вазу подержи. То есть, понимаете, если вы несете пользу роду, и мне хочется жить, посмотрю на тебя, слушай, правда, я за тобой пойду. Вот что важно. То есть научитесь mm-hmm. применять свои ведические знания, чтобы они несли пользу относительно детей и жены. Это ваш выбор. Вы применять, мужчины. Но не навязывать. Конечно. Да. То есть, ну, пошел, пробежался с детьми, взял, раз они с тобой поигрались, ты с ними покуражился, то есть уже здоровье. То есть научитесь, вы как мужчина должны найти выход, создать ситуации, поехать, не пропагандировать, ну, давайте будем так, да, а сделать жизнь свою интересной. Вы глава рода. Это ваши дети, ваша, образно говоря, супруга. Творите, вы хозяин. Не согласны. Представляете, директор завода сказал, мы не согласны с вами. Чего не согласны? Делаем вот монтаж вперед, собрались песни. Будьте мужчиной. И тогда жизнь наладится, как говорится. Ну, мы просто, понимаете, после эпохи Лисы у нас обломки мужчин, обломки женщин. И мужчины вот забыли, что такое мужской стержень. Да, вот когда вот мужчина, он такой крепкий, мощный. Но при этом эта мощь мужская, она должна быть какая? Добрая и любящая. Вот как Добрыня Никитич, понимаешь? Это сильный богатырь, но он никогда не говорил, Змей Горыныч, что ты прилетел сюда? Там, с претензией какой-то он такой. Змей Горыныч, прилетел, идем в тык дам. То есть доброжелательная сила. И вот многим мужчинам современным не хватает вот этой доброжелательной силы. Когда ты силен, что тебя жена не подогнет, не согнет, не сдвинет, но при этом с добром и любовью относишься вот и к жене, и к детям, ко всему, без вот угу. претензий, злобы, какое-то насилие тем более. Ну, да, не и вот надо современным мужчинам обратить внимание, что надо накачивать силу, и физическую, и духовную, но эта сила должна быть добрая, любящая. И любая женщина под нее, она все равно подогнется, потому что женская природа – это вот такая. Мужчина должен гласить, а женщина согласовывать. Она начинает проявлять соглашаться, свою силу, соглашаться. Когда теряешь свою. Да? Поддерживать своего конечно. Мужчину, есть, конечно. Женщина становится сильнее, чем мужчина, со временем он начинает жить его жизнь. Говорит, что ему делать, как ему делать. Он с этим соглашается. Да. В общем, вопросы у нас закончились. Да. Ну и чуть-чуть добавлю думаю, только. Иван Царевич, поэтому вопрос. Да, поэтому православная вера у нас есть ведическая, которая она имеет 3 ступени, 9 уроков. И вот первый урок православной веры, как мы духовно начинаем расти, он говорит так. Надо внимательно посмотреть и послушать окружающий мир. Нужно перестать слушать себя, вот это эго, голос этот постоянно, словомешалку. И вот у нас многие люди застряли на этой словомешалке, и мужчины, и женщины, каждый пытается отстоять свое мнение, кто кого переборет. А любое исцеление семейных отношений, и любых отношений, оно начинается с тишины. Когда ты закрываешь рот, и вот заметьте, у нас один рот и 2 уха, правильно? И 2 глаза. То есть надо говорить 2 раза меньше, чем смотришь и слушаешь. Угу. И вот это для мужчин и для женщин важно. То есть услышать друг друга, угу. понять. И тогда начинает все решаться. То есть тишина. Поэтому сейчас появляются многие духовные учителя, которые вот сатсанги проводят, они говорят, что тишину надо услышать. Да? Тишина – это голос Бога. И через эту тишину
начинается только духовный рост. Это первый урок, а еще их там 8. Это можно рассматривать как твой посыл слушателям. Да, уже да. Завершение нашей да. сегодняшней Давайте передачи. Услышим Очень тишину. Хороший посыл. Давайте услышим тишину. А какой у тебя, Лодозар, будет итоговый посыл? Я уже практически вот так себе услышал тишину. У меня посыл следующий, подытоживая по нашей теме свадьбы. Друзья мои, о чем будем беседовать в следующем? Наша следующая тема, так как мы раскрыли только начало, что такое свадьба, будет уже проведение свадьбы. Мы коснемся и обрядов, и кто участвует, и для чего это. Я думаю, смысл практических обрядов. Практически, да. Хотелось бы просто, чтобы на следующую встречу люди немножко подготовились и задавали те вопросы, которые им интересны. А пока, надеюсь, нам сегодня удалось раскрыть, что такое свадьба, что такое брак. Подготовка к свадьбе. Да, вот подготовка к свадьбе. Да. Все, и отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому, вне зависимости от того, кто ваша вторая половинка, сколько у вас детей, есть ли она или нет, будьте счастливы здесь и сейчас. Вот это мое желание. Да, я тоже согласна, что мы, надеюсь, смогли раскрыть нашу тему сегодня, что такое свадьба. Я благодарю наших коллег, кто помогал нам сегодня в проведении эфира. Благодарю тебя, Елена. Я тебя благодарю, а также благодарим наших сегодняшних гостей. Это Иван Царевича, который к нам на сером волке прискакал и поведал нам так много сегодня интересного и важного. И, конечно же, Лодозара, который также раскрыл тему очень глубоко. Да, мы просто проводили много свадеб, много всего видели, и плюс изучали традицию, поэтому есть чем поделиться. И мы с радостью готовы об этом рассказать. Благодарим нашего оператора Владислава, Светлану Большакову, которая нам сегодня доставила столько вопросов из чата, Евгения Роденко, который был за пультом Народного славянского радио, и, конечно, студию клуба «Мир Белсвет», где и проходил наш эфир. И вас, уважаемые слушатели. Да, которые зрители, были сегодня с нами. Которые были сегодня с нами. Хватило терпения, вопросов для того, чтобы быть с нами. Всем добра, любви и света. Ура! Всех благ! Всего доброго!